Доброго вам денечка, утречного денечка, уважаемые девочки и мальчики, с вами Зигзаг Хедж. И вам такой спокойненький прирольчик на то, чтобы плавненько проснуться тем, кто еще в этот воскресный день не проснулся. И, соответственно, чтобы вы подготовились к стримчику. Так, вот, собственно, у меня есть записано, что нужно сделать. Это планы на сегодняшний стрим. Там дальше посмотрим, как пойдет, да? Начнем мы со светилды, потом мы с вами убьем визора, я надеюсь, то, что мы его, а не он нас. И займемся рутсом, для того, чтобы я смог дальше... заниматься магией крови. На сервере только эльфочка и я. И, может быть, нам по этому поводу, кстати, поспать? Это что такое было? Так, пульты какие-то куда-то полетели. Так, я здесь себе немножко упарывался с Батмэджик. Вот, собственно, поднял немножко алтарь для того, чтобы сделать третий уровень. Четвертый, ребятки, мы с вами будем пускать под стены, потому что я немножко ошибся с размером. Ну, как немножко? Я охренеть как ошибся с размером. Перестраивать лениво, естественно. Я успел проснуться! Ей, Тамирыч, здравствуй. Мы очень за тебя рады. Ой, зомбятина. Зомби-вилледжер. Вилледжер-зомби. Зомби-зомби-зомби, да. Я туда скидываю... Ой, а зачем я действительно твой мост-то скинул? Ой. Не зомби-вилледжер, маленький вилледжер, маленький зомби, зомби маленький зомби. Отстань, пожалуйста. Еще один маленький зомби, сущий. Большой зомби, маленький зомби. Да что ж такое-то, зомби? Правильно, иди в уголок, постой. Сам себя наказал, поставил сам себя в угол. Я не знаю, зачем я сюда скинул мозг. Мозг это не отсюда. Мозг это из Таункрафта. Я тоже на работе сижу, благо работы нет. Ну... В принципе, когда по выходным работы нет, то эта работа не считается. Солдат спецслужбы идет, да, как говорится. Так, вот мозги. О, откуда здесь вторая освещалда? А первая освещалда? А, ты нашла где-то в этом же, в сундуке, кажется. Можно их вот так? Блин, они не стакаются, черт. Я так сказал, хотел еще один мозг их положить. Тут мозги так красиво лежат, на самом деле, мне нравится. Один в рамочке и пять так, о, друг за друга выглядывают. Ну, тут красиво, хочу рядышком мозги положить. Давай я сюда освещалду тебе переложу. Вот в эту как раз правую. А там у меня будут мозги какие красиво сидеть. И печка на них смотреть. Они смотрят на печку, а печка смотрит на них. Странно, что за эти два пункта расположены в самом конце списка. Или специально так? Специально так, потому что сверху у меня типа рецепты из Эмберса. Я один записал, а потом забил. Потому что, собственно, забил немножко на Эмберс. Так, давайте скинем всякое барахлище. Ой, полочки, полочки надо вернуть. Вот, полочки, живите здесь. Теперь тоже. Так, у меня есть курятина. Можно я ее съем. Здравствуйте, Сик, чатик эльфа. Эльф проснулся почти весь предыдущий стрим. А, пропустил. Чем вы там занимались после страданий с визором? И, конечно же, чин-чин. Эльф, здравствуй тебе. Табличная пилоточка. Кстати, да, смотрите, эльфа здесь сделала вот такие вот штуки. Это будет у нас еда. Собственно, та самая еда, которая у нас есть в нютришене по этим категориям. У нее все-таки есть безумная идея накормить меня нормальной едой и сделать немного сердечек, за что и спасибо. Пропустил пару стримчиков, что с твоим хп-баром? Шмотинг, ничего, у меня просто есть зачарование на армара. И, соответственно, вот здесь вот у меня появилось, вот, плюс один максимум лайф. Поэтому теперь у меня чуть больше всего. Так, чем занимаюсь вчера после сражения с визором? Да, в принципе, особенно ничем. Занимались астралкой. Кстати, собственно, про астралку. Может, мы все-таки поспим? Ты готовишь? Ну ладно, не будем спать, значит. Нельзя отвлекать человека, когда он готовит. Ой, ё-моё, смотрите, какая прелесть. Давайте, кстати, да. Я обычно это делаю перед стримом, сейчас забыл. Давайте немножко подолбим молоточком. Блин, у меня, кстати, заканчивается Ancient Fabric. Скоро, чувствую, опять придет та самая пора, когда мне нужно будет воспользоваться вот этим вот. Ладно. Заодно я, собственно, по-моему, ни разу этого в кадре это и не показывал. Каким образом чинить вот эти штучки? Кладем сюда предмет, кладем то, из чего он сделан, на специальную наковальню, соответственно, и долбим. Кстати, надо бы уже сделать Infernal Forge, наверное, для того, чтобы вот эти разогретые в лаве вещички, видите, починился, каким-то образом использовать уже, правильным, да? Надо уже будет этим как-нибудь заняться. Но не сегодня, мне лениво. Долбать! Да, Ancient Warlock. Зато все долбится так весьма себе. Опыт даже на это не тратится. Кстати, надо опыт слить. И, в принципе, сам процесс занимает не очень много времени. Более того, сюда можно поставить автоматический молоток, чтобы еще и самому не долбать, чтобы он за нас долбал. Ну, я иногда люблю подолбать самостоятельно, чё ж не. Не хочешь автомолоток сюда пристроить? Вот, только что Вань сказал. Так что нет. Пущай пока само долбится. Самодолб у нас здесь с вами получился. Я себе расширил рюкзак.
Мне стало лень из него вытаскивать вещи, поэтому я просто сфотографировал, ну, сделал скриншот, да, и решил его сапгрейдить прямо так. Все осталось, поэтому отлично все. Автодолбал, да. Так, первым делом мы с вами пойдем в астралку. Надеюсь, что эти милые наши соседи-зомби нас пропустят. Я, конечно, по-хорошему... Ой-ой-ой, рух. Дурух. Дебилух. Кретинух. Ну, зомби, бейся. Сервер, бей зомби. Что там еще сзади кто-то? Блин, это мелкий еще на курице здесь ездит. Ну, собственно, армара сейчас нам еще немножко подрастет. Ой, ё-моё, откуда у вас столько-то? Это опять сам себя в угол поставил. Смотрите, какой молодец. Да что такое-то? Что ж такое-то? Откуда у вас здесь столько-то взялось? Вы ко мне со всего сервера, что ли, прибежали? Когда на сервере никого нету, вы решили все ко мне прийти, да? Блин, прямо это... Прям поджимают. Ой, что? Что это было? Я где-то что-то прокопал случайно. Надо будет вернуть назад. И где этот мелкий? Ой. Да я уж всех убил, чего-то прибежал. И Винтер Сквош откуда-то взялся. А я вот здесь вот... А, я понял. Хотел было сказать, куда это делось. Ну, ё-моё, ну откуда вот вы пришли? Ладно. Побьем немножко зомби, чего бы нет. Это пошел ведь, взял фрукт в руку. Решил меня фруктом добить, да? Хе-хе, сейчас. Зато два уровня опыта, ребятки. Неплохо мы с вами вышли на улицу. Я, кстати, хотел опыт слить. Пысь. Кто или что дает свечение мобам? Ликаниты. Есть там специальные такие, которые на них навешивают, не только на них. Зиги, голос приветствую. Привет, снайперстинг. И у меня есть кукурузина. Я ее съем. Если сервер мне это даст сделать. И курицей закушу. Привет, Крейзи Велдер. Я уже его поставил на место. И Винтер Сквош меня не влезает, поэтому я его выкину. Не люблю я Винтер Сквош. Какая-то не... груша переделок, недоделок или тыква. Пойдемте заниматься астралочкой. Там маленький энт прыгает. Не... Это не энт, это лягушить. Лягушить это потреблять лягушку. Как кушать, только лягушить. Давайте ее убьем. Нельзя ли навесить на топорила нокбэк? А я не люблю нокбэк. Вообще, наверное, можно, но я его действительно крайне не люблю. Так, залягушили лягушу. И пойдемте с вами в обсерваторию. В обсерваторию пойдем делать себе освещалду, наконец. Собственную. Закон мирового свинства. Зомби всегда так поступают. Пока нет брони и оружия, ходят толпами. Только скрафтишь крутую броню из аварития. Ни одного моба вокруг. Да. Кабачок. Стручак поднять? Он автоматически, я писинус, нормально все. Я на самом деле только подхожу к унитазу, писаю я под себя. Ну, так получилось сделать, ну что. Тортики, наверное, нет, по крайней мере, пока. Можно пока с ними остановиться. Что еще? А, скорми. Давайте сюда, кстати, тоже скормим аквамарин, уж если мы здесь. Как тут наш кристаллик? Растет ли? О, смотрите, он, кажись, вырос. По-моему, это последний уровень. Ладно, давайте ему дадим еще какое-то время, хотя, по-моему, реально последний. Нет, я его срублю. Если загублю, значит, загублю. Бдых. Ей! У нас с вами получился звездный кристалл и две стардаст. Если честно, я хотел, чтобы таким образом он у нас размножился, но, видимо, это делается не так. Я забыл, как они размножаются. Трям не ожидал стрима в такое время, что-то опоздал, что я пропустил. А, так что, опоздал, что я пропустил. Олзай, привет! Ну, на самом деле, да, стрим у нас с вами сегодня немножко ранний, что должен быть. Не пропустил-то пока ничего. Так, в общем, смотрите, как работает эта прикольная освещалда. Во-первых, ну, ладно, давайте я ее себе сделаю. А, мне для этого же нужна ночь, черт. Тебе же день не нужен, я думаю. Подых. Да будет и ночь на сервере Цвелс. И у нас с вами сразу, смотрите, какое количество дикое света. И это, собственно, благодаря вот этим вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь релеев. Они, благо, конструкциями умеют делиться друг с другом. И я вспомнил, что я также делал на Твотле. Поэтому, собственно, а почему бы, блин, нет. И единственное, что... Да, вот надо будет сюда какой-нибудь свет поставить, а то немножко страшновато здесь бывает ночью. Так, павочкой, соответственно, долбавочкой. PF3 показывает степень роста кристалла.
Не думал об этом. Для размножения он должен быть максимального размера. Ладно, значит, сейчас его еще куда-нибудь в свет, в звездный, окунем. Сейчас освещал-то сделается. Стеночку в магазине приподнять, да. Сейчас я вам покажу, как работает эта освещалда. Я проверил в сингле, она действительно, собственно, запрещает блоком ломаться. И она не требует фактически ничего, то есть работает буквально бесплатно. Вот есть у нас здесь с вами такие вот штуки. Делаем shift, правый клик, и, соответственно, блок становится обычным. Делаем shift, правый клик еще раз, и он становится полупрозрачным и издает свет. Кстати, а не могу ли я? Нет, наверное, у меня-то алтарь работать не будет, если я вот здесь вот этот блок поменяю. Ладно, тогда обычненькие вот сюда вот такие вот освещалдочки вставим. Я надеюсь, это не будет влиять на количество звездного света. По идее, не должно. Прикольно, прикольно. Так, может быть... Да нет, спать мы здесь с вами не будем. Давайте кристалл засунем вот сюда. Кстати, это по-хорошему туда тоже можно вырастить. Что там у него? Параметры остались теми же. Слушайте, давайте, может, тогда этот действительно вырастим заодно. Кто к нам пришел? Сатила, привет. Зи, поставь ритуал ночи картошечку. Не буду. Дамир подумал, почему так быстро день приходит, а ты Зиги ночь включаешь. Бывает иногда. Мерган де Винозандер. Ничего себе у тебя ник. Большое спасибо за сабскрайб. За $25. Добро пожаловать на борт. Ей, тир 3. Хе-хей. Большое спасибо за поддержку. Раз уж сделал синий, расти синий. Я хочу еще второй, на самом деле, также вот сделать синим. Вот этот вот. Мне для этого что-то было там нужно. Мне была нужна звездная пыль. И все. И этот самый ведро. Ведро со звездным светом. Пока у нас с вами ночь, давайте его наберем. Бульк. Потом будем заморачиваться здесь линзами и всякой прочей дрянью. Жбоньк, жбоньк. Давайте, сделайтесь. Кристалл, посиней. Мне нужно, чтобы ты посинел, я успокоился. Ну, в смысле, чтобы водичка отсюда ушла, вот это, да? Уходи, водичка. Уходи, уходи. Ну. Зиг, в сборке есть мод Redstone Gauges and Switches. Тестил ли ты его, как он тебе, эту плюсим? Space Leo, я его посмотрел, увидел, как он работает, и, собственно, все, я не игрался с ним. Ну, сделайся, сделайся, пожалуйста. Мне делами заниматься надо. Кристаллик, сделайся. Во, ништяк. И зомби пришел посмотреть на мой кристалл. Так, кстати, бабочка. Ну-ка. Да, значит, там второго нету. Второго рок-кристалла. Это хорошо. А то я вчера, собственно, как вы помните, если вы помните. Ой, ё-моё, вот ты как не вовремя. Страшный хрен. Ты, блин, еще всякий огонь тут он, понимаете ли, положил. А то я просто думал, мне, собственно, искать второй или не искать. Ну, как выяснилось, искать его не надо. Так, может быть, сразу давайте возьмем еще ведерко. Закроем дверки. И где-нибудь здесь бы его вылить по-хорошему. Тебе их еще точить придется. Главное, до нуля не доточить. Это я помню, Кайрем. Я на самом деле вчера сделал хитро и пересмотрел собственный обзор. И увидел, как все это должно работать. Вот сюда мы с вами поставим мрамор. Тихо. И сюда же выльем. И, собственно, кристалл. Единственное, что я не помню, он диспаунится или не диспаунится в процессе роста. Если диспаунится, будет печалька. Вроде так же, да? Он расти должен. Вроде я ничего не путаю. Еще одна ядовитая гланда у нас с вами есть. И печень Гайста. И кто-то там тут тоже вместе со мной делает. Какой-то маленький ликонитик. Печень. А у меня печень на месте. Ты растешь? Сколько у тебя? 350. Тык. Давайте посмотрим, если он хотя бы немножко вырастет, то я его там оставлю. Но если он задиспавнится, я буду очень опечален. Прям сильно. Немножко времени буквально пройдет. Чуть-чуть, капельку. Пусть голос печень с картошкой потушит, будет вкусно и полезно. Блин. Захотел печень с картошкой. Алкашинская печень циррозная. Ну что, это же ликонитовская. 350. Не растет он ни хрена. Ладно, пусть пока здесь лежит, порастим за кадром. И вот эту штуку сюда перекинуть. И вроде все. У нас с вами появилась освещалда. Освещалда — это прекрасно. Пойдемте домой. Брать необходимое. Естественно, я ленивая жопа, поэтому визором мне убивать вообще лень.
учитывая, что мне не получилось это сделать нормальным способом, да, как я это должен был, по идее, сделать, то я буду делать это способом хитрожопого инженера. Сейчас покажу, каким. Привет, Данил Тосик. Способ начинается с того, что вам необходимо проехать на вагонетке как минимум 200 блоков. Но это не обязательно. Не, вот куриных сердечек не хочется. Куриные сердечки ели не так давно, а вот печени почему-то захотелось. Прям хоть после стрима в магазин, блин, идти за ней. Опять ночь, что ли? А, так я же ее вызвал, и мы ее не пропустили. Все логично, все правильно. Метро в астралку с мутантами. Боже. Давайте это все выкинем, не нужно. И где-то вот сюда, вот печень сюда положим, и что-то там еще. Смотрите, сколько у меня всякого барахла. Кстати, вот это что здесь делает. Копер и копер. Почему оно лежит в ликонитах? И пустой шприц лежит в ликонитах. Шприц, кстати, можно теперь выкинуть. Хотя я его, по-моему, куда-то делал. Я его, по-моему, не выкидывал. Я его в какую-то сундулю засунул. В какую я его сундулю засунул? Хрен меня знает. Потому что, собственно, вчера у меня с тех пор, как палочка-сломалочка сделалась. Вообще, то есть, хана. А, вот куда. И пришла. Я думаю, что это мне вообще не сильно нужно. Я все это сюда, собственно, выкинул, чтобы место освободить. Теперь мне хочется куриных сердечек. Так. У нас есть освещалда. Дальше нам нужно, собственно, ингредиенты на визора. Где мой Soul Sand? Раз, два, три, четыре. И три черепка. Не понял. Откуда у нас уже пять черепков? Это еще из темных этих штук налетело, видимо, да? Так. Но мне нужно еще кое-что. Я, собственно, как я уже говорил, ленивая жопа. На потолок, а что там на потолке? Ух ты! Только ты на самом деле... Нет, красиво, но, наверное, ты зря это сделала, потому что я вот здесь вот планировал делать алтарь из Руца. То есть я это частично уберу. Конечно. Конечно. Но прикольно. Мне нравится. Я один потратил? А, точняк, Ваня, я же один потратил, действительно. Остальные-то два остались. Так, как зато здесь теперь светло, как днем. Уп. Манапул. И где-то у меня было колечко. Колечко мановое. Мановое колечко. Ну-ка, забери-ка отсюда. И, кстати, Кикимори надо, наверное, дать еще один тортик. Блюмс. Я думаю, хватит. О, половина кольца уже набралась. Зашибись, я думаю, этого должно хватить. Единственное, что... О, теперь же мне нужно сделать себе Белторн. Да, или как он там называется. Вот этот вот. Это редстоновая палка. Редстоновый корень. Редстоновый... А, мне же здесь эльфочка все положила. Она же хотела мне сделать таких цветочков. Три красных, два сайан. Три красных. Одного будет достаточно. Два сайан. Это light blue. Че хочу? Нет. Нет. Это вообще другая идейка. Так. А у меня тут водицы нету. Как же так? Ну-ка, водица. Наливайся. Блин. Ей, Белторн. Теперь этот Белторн я хочу поднять. Мне для этого нужно сделать себе, не помню что, как его поднять. Pasture seeds. Любой цветок и земля, да? Pasture seed, как делается pasture seed? Это трава в манапул. Есть у меня ножницы. Ножницы есть. Как назло, ни одна трава не выросла. Когда нужно, она хрен растет, блин. Нет, колбаски корм сейчас ни на что не влияют. Зиги, призови всех своих никонитов в схватке с визором. Нет. Еще лучше между этажами в тех проходах два блока. Да, флешка, но, к сожалению, домик уже построен, и теперь его поднимать, это, мягко говоря, не получится. Я все время об этом забываю. Я каждый раз это хочу сделать, и очень часто про это забываю. Прямо очень. Привет, Лева. В сундуке была трава. Вань, а в каком? Да? А, вот, да, точняк. Посебец. Зиг слепой. Так, Pasture Seed. Блюм. Одна земля у меня есть. И любой... Растудыть его налево цветок. Вот, допустим, тебя. Маджента.
Маджента цветок, такая фигня, такая фигня. Получается. Ничего не получается. Любой цветок из ботании. Же. Че не так-то? Не просто цветок. Глиммерин. Глиммерин. Я слепой. Дык-дык. Не-не-не. Тут любой, но его надо в эту самую, в глоустоун. Окунуть. Вот. И теперь сюда поставить вот этот белторн. У нас с вами получается парящий белторн. С какими рогами? Рога, где рога? Не вижу. Ты в каком сундуке? А, вот эти? Понятия не имею, если честно. Выбросить, наверное, можно. Так. Дальше. У нас вроде как все с вами с собой теперь есть. Пойдемте в место, которое я подготовил. Это, собственно, в шахте, которую рыла эльфа. Но она ее рыла с целью копать, а я здесь немножко воспользуюсь. Наличием. Цветок сапгрейдить зачем? Не надо. Я вот здесь такой вот прокопал. И вот, собственно, рядом с бедроком сделал себе вот такое. Что мы с этим с вами будем делать? Берем нашу палочку или менялочку и освещаем все блоки, которые составляют собой эту коробку. Единственное, что это займет какое-то время. Во-первых, потому что сервер немножко лагает. Во-вторых, потому что если вы посмотрите вниз, вы увидите полоску. Это полоска звездного света. Соответственно, когда полоска полная, мы с вами можем осветить два блока. Где-то половину как раз полоски, один, одна освещал да требует. На самом деле низ можно было бы не делать, но я лучше, ребятки, обезопашусь, насколько это вообще возможно. Я лучше освечу это все. На самом деле, с одной стороны, можно было бы это сделать за кадром. С другой стороны, я очень вам хотел показать в кадре, почему-то, как я делаю эту палочку. Я не знаю, с чем это связано. Более того, первую я уже сделал для эльфы. Она ей уже, собственно, успешно пользуется. А что это у нас эти штуки освещать перестали? Они же освещали раньше. Хотя нет, они освещают, но просто очень слабенько. Ну, на самом деле, мне главное, чтобы здесь никто не заспаунился, кроме визора. Хотя, с другой стороны, мы сейчас с вами с рядышком поставим вот этот вот белторн, и пусть здесь хоть кто спаунится. Вот вообще будет все равно. Зиги, священник, господи. Ну, давай, штученька. Копи свой лунный звездный свет. Звелунный. Почти как зловонный. Зловонный свет, это странно. Осталось-то фиг да нифига. Так мне нравится, как этот самый полоска идет, 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 так тормозит такой. Зиги, злой колдун. Че это? Злой колдун The Ancient Warlock. Вот. А The Ancient Warlock почему я написал? Лунная призма, дай мне взаймы, да. Светлые зловонья. Что? Как-то так, Зик еще не сделал всегда полную урну. А я не могу ее сделать, потому что я не начинал Таункрафт. Вообще. Привет-привет, ребятки. Освети мой ноут. Зачем? Привет, Лайтос. Че сделали? Делаем коробку для того, чтобы сюда посадить злобного визора. И чтобы его тыкало. Посадить сюда злобного визора и его тыкало. У него же должно быть тыкало. Разве мы не братья по разуму? Конечно же, братья. Но я не злой. Да и, собственно, ты тоже. Если Зиги освещает, значит, священник. Одно другому не мешает. Я, кстати, даже с себя эту самую снял. Хало. Как она? Как она называется-то, господи? Нимб. Вот эти блоки как раз взрывом не разрушаются. Медорама. В этом-то и прикол. Вредненький, вот. На такое прилагательное я согласен. Вредненький. Хе-хе-хе-хе-хе. А мы сами в визора тыкать не будем, не. Я же не визорофил. Мы это, собственно, оставим на откуп цветочку. Кстати, пока мы здесь тыкаем, слева, наверное, будем ставить цветочек. Не знаю, почему хочу слева ставить цветочек. Вот сюда цветочек поставим, значит. Поставим под него, наверное, прямо эту штуку.
Где моя палочка? Ботавочка. Да, передавай прямо в штуку. Ну, блин. А, нет, все нормально, передает в штуку. Вот пока она там пусть передает в штуку, а мы с вами продолжим заниматься освещением. Возьми тортик, чай, сходи в гости к Дамиру и попроси сделать урну. Да ладно, а зачем? Я так редко сейчас занимаюсь ботанией, что мне ведерко туда перенести вообще не впадло. Что у меня сегодня в виде пойла? А у меня сегодня ничего, ребятки, в виде пойла нету, потому что все-таки еще рано. Зиги, взрыв может через блок сломать цветочек. Crazy Welder, я тестил в сингле, вроде как не получалось. Ну, если он его сломает, я его подберу и поставлю на место. Потому что, возможно, да, возможно, я... Хотя нет, я ж тестил. Увеличить запас лунного света? Понятия не имею, Медорама. Но, в принципе, вот эту вот освещалду, по-моему, уже никак улучшать нельзя. Можно освещать вот эту палку. Не знаю, на какой хрен. Ее можно, более того, привязывать, настраивать. Зачем это надо, пока не знаю. Это как раз новый контент в Astral Sorcery. Там появилась пятая вкладка. То есть раньше, вот если мы с вами откроем нашу штуку, Constellation была последняя. Теперь здесь появилась еще пятая. Я в сингле посмотрел, но особенно не разбирался, что там к чему, потому что... Не знаю, не вижу в этом смысла. Там уже, по-моему, вообще какое-то извращение пошло. Вредненький колдун импотент, господи. Почему вредненький? Там как раз был злой. Стены не снесет, вокруг может. Ребятки, протестчено. Протестчено. Я с такими опасными вещами, как визор, допустим, или как Дайк Сизер вчера говорил о том, что взрыв, ну, то, что текучая вода или какая-то там вода не дает взрыву распространяться, я такое всегда тыщу в сингле, потому что ибо ну его нафиг. Если сейчас отсюда эта зараза трехголовая вырвется, я даже специально поэтому поближе к бедроку построил, чтобы была хоть какая-то возможность ее убить. Мы же с вами можем здесь разнести и дом себе, и ферму, и обсерваторию сделать еще одну. От визора из кирпичей. Но в любом случае, как бы, такие вещи лучше тестить заранее. Будь здорова. Осталась одна стена, ребятушки. Совсем чуть-чуть. И главное потом не спешить. Я здесь себе, соответственно, сделал вход, для того, чтобы я мог спокойно войти, здесь все поставить. И пока визор будет тужиться, пыжиться, мы с вами сможем закрыть эти два блока и снова их осветить, для того, чтобы он их тоже не смог... Похренить, да? Будь здорово, пишет тебе Ваня. И еще очень многие люди. Протестил, как вызвать визора, а не его пацана. One of Eighteen Angels, это рандом. Вот реально рандом. Потому что, я же говорю, что я, не знаю, визоров 20-30 ты, наверное, в сингле вызвал, пока тестил разные способы их убиения. И пацан у меня не вылез ни разу. В общем-то, это логично. Зачем мне на визора, чтобы пацан вылезал? Неправильно. Я пришел домой, теперь надо бы начать готовить. Хватануть вас с чатиком на кухню, будете мне помогать картошку чистить. Ей, птицекрыл, я тебе могу помочь своей, своим топором боевым. Правда, картошку он чистит одним ударом на две части. По-другому не умеет. Она будет чищена на восьмую часть свою, да? Так, вроде все осветили. Нигде ничего не забыли. Тут стало достаточно светло и прозрачно. Светло и прозрачно. Так, надо... Что? Надо прицепить Bind Mode. Надо сделать тык и тык. Вот, чтобы у цветочка была, значит, мана. Вот, мана он всосал маленько. Это стекло. Нет, это не стекло. Это хуже. Давайте вызывать визора. Если сейчас опять мелкий упырь вылезет, вот будет печаль, конечно. Ладно, давайте начнем с середины, так и быть. Ать. 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 Визор! Тык. Блин, тык, тык. Тык. Е-е-е, я успел. И сейчас заодно узнаем, снесет он цветочек или нет. Цветочек он не снесет, ребятки. Сейчас, я не могу спать, у меня тут вот зверушка в клетке. Ну, потому что у меня зверушка в клетке, я убиваю сейчас. Умрет, и можем поспать. Как мы видим, собственно, цветок его трогает, а он не трогает цветок. Он действительно немножко здесь вокруг порушил, но это какое-то такое, знаете... Я могу здесь вот еще сделать бока, для того, чтобы сюда тоже ничего не просачивалось, но, по-моему, этого делать не надо. И вторая стадия визора. Он стеснялся выходить, отправил без себя мелкого, точно. Вот, ну и, собственно, по-моему, это самая легкая битва с визором, которую только можно придумать. Готово? Готово. Теперь снимаем, соответственно, две осветительных клетки, разрушаем, заходим и берем то, что нам необходимо. Незерстар! О да!
Так что вот, в принципе, кому на сервере надо, можете пользоваться такой вот маленькой уютной комнаткой. Наверное, все-таки надо здесь потом будет сделать такие штуки. Кстати, смотрите, там уголь. Не покопать ли? Ладно, Nether Star есть. Ой. Че, спим? Что ты мне принесла? Покушать, спасибо тебе большое. Можешь сделать вход высотой 2 блока, но сделать перед выходом через блок стеночку, чтобы взрыв останавливать. Ничего не понял. Визорубивалду работает. Ну, в общем, да, но мне бы как-нибудь еще вот автоматизировать, чтобы он здесь сам создавался, чтобы дверь сама закрывалась, вот такую всякую фигню, но лень. Куда делась елочка? Так все, ребятки, хорош, ну сегодня уже старый Новый год, сколько можно? Старое оформление должно быть. Где хардкор, экшен, кровь, кишки, мясо? Вот. Это все то, что ты сказал, зигзачитер, точно. С освещением здесь вроде теперь все хорошо, теперь, наверное, по-другому и быть не может. А ты чего здесь освещаешь? Ты хочешь красиво сделать? Дырочки в потолке? Ну ладно. Вот, так, ребятушки, окей. Мы со себя получили Nether Star. Но вы будете смеяться, она мне сейчас не нужна. Зачем? Не надо, нет, ты можешь вот это вот, если хочешь заменить, но здесь бедрок. Поэтому ты его ничем не заменишь. Кстати, интересно, а что будет? Бедрок не освещается. Бедрок освещается. Прикольно. Елочку обратно только в мае убирают. Ну, голос английский, пиратишка, тебе сказали. А зачем? Ну, не надо, очень много света будет, я здесь заблужусь. Ну, то я не буду понимать, где у меня вот эта конструкция. И хана мне придет. Вот, ребятки, давайте, знаете, что сделаем? Давайте устроим перерывчик. Я убил визора, я очень, собственно, переживал по этому поводу. Поэтому, я думаю, я заслужил перерывчик за такое читерство, да? Вот, собственно, вам голос за кадром подпрыгивает. И давайте устроим перерывчик, и скоро вернусь. Тык. Окей. Визор Стар сделали. А теперь давайте начнем заниматься Рутсом. Единственное, что... эльфочка мне где-то сделала таблет. Главное не уйти в шахту. Для занятия Рутсом. А, нет. Да, таблет и этот самый... пестик. Потому что нужен пестик. Для того, чтобы Рутсом заниматься. Для этого был нужен диорит. А я не знал то, что диорит крафтится. Наверное, вот в этом сундуке. Нет. А куда ты мне делала этот... в синеньком... Выходи налево. А, какой же он синенькое. Ой. Так. Здесь? О! А, ну да. Собственно, эльфа же здесь начала. Тут висит книжка и палочка. Так, а ты одну сделала? Ты же говорила, ты две сделала, не? А, окей. Таблет и пестик, ой. Меняю таблет на пестик. Так, пестик висит. Зачем мне Nether Star? Эльфа Тауни Белфор. Это, если что, королева пиратов Аксиота. Я не знаю, что это. Ладно, пусть будет. Господи, странник, я в твоем слове хайером одну букву пропустил. Страшно получилось потрясти их. Теперь. Это ужасно. Зачем мне Nether Star? Nether Star мне для того, чтобы сделать бикон. 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 Ванильный. Ванильный, дурацкий бикон. Не бекон, бикон. Стекло и обсидиан. Я надеюсь, я его снесит потом смогу. Он переставляется, бикон, не? Или он как бедрок? Поставил и все. Бикон. На самом деле, можно, наверное, его куда-нибудь пока сюда поставить. Если уж я его сделал, чтобы он там работал, да? Хотя там, блин, под него какие-то блоки железа нужны, да? Еще какая-то фигня, не. Все, сделали и пусть вот лежит. Сделали и забыли. А, кстати, да, ребятки, я вчера еще, уж простите, без вас походил в двери. И нашел, и опять потерял, куда это дело, блин. Нашел некоторое количество еще этих... Вот, World Thread. Они мне тоже понадобятся. Тебе же потом еще для нимпа нужен Nether Star. Для какого нимпа? А, для нимба? Да нет, я потом еще визора буду там убивать. У меня просто сейчас нету на второго черепов.
Зиги этим вроде под рог не трясут, или я что-то не знаю. Странник, это от человека зависит. 4 надо? Что 4, Диаблистик? Я немного удивлен, что в рецепт Пивен Кавада не вошли Незер Стар и Яйцо Дракона. Ваня, а там все интереснее, зачем там Яйцо Дракона? Там Яйцо Тарантула есть, а Незер Стар там есть в ингредиентах, так что все окей. Ванильная механика призыва дракона? Да, по-моему, есть. Зиги в сундуках потерялся. Давно уже и безвозвратно. Так, ладно. Рутс. Мне нужно... А, ты все Вернон Спиги туда скинула, да? И Олд Руты тоже, по-моему, там же у нас с вами были. Надо начать с того, что я хочу себе сделать. Рутс мне нужен для занятия Blood Magic. И, соответственно, я себе, как я уже говорил, хочу сделать Standing Stone. Standing Stone, вот это, по-моему, Energized Stones. Мне нужен Healer Stone. Вот такая штука. Блин, мне для этого нужен Infernal Bulb, кстати. И Гастир, но Гастир, по-моему, где-то эльфа нашла. Из кого-то выпал. Привет, ребятки. 4 маяка надо было для 5-го или какого-то... А, не-не-не, Диаблистик. Мне маяк нужен для призыва этого, Стража Гаи. Яйцо Дракона теперь может быть не одно на весь сервер. Ну, это-то да. Странно, что в рецепте Пинаковады нет водки из Эмберса и жемчужины из Таума. Не влез... А хотя на самом деле можно было, да ладно. Roots, Bloody Roots. Да, Найт Киев. Так, мне нужны вот эти вот штуковины. Мне нужен алтарь сам по себе. Как это там? Вот, Basic Ritual Mechanics. Мне нужен кастинг алтарь. Давайте делать кастинг алтарь. Casting Altar. Stone. Chiseled Stone Bricks. Block of Gold. Verdant Sprig. Poppy. Poppy. Цветочек, мак, красненький. Нету Poppy. Поппи! Не, ну ладно, сейчас мы сделаем Поппи, ну нафиг, господи. Где бы он мил? Пойдемте сделаем себе Поппи и не будем мучиться. Хотя обычно, когда кто-то себе делает Поппи, начинает мучиться. Приключения на свою Поппи искать. Пошутите, Зиги добавит, да ладно, не буду. И, собственно, да, опять же. Большое спасибо вот за это вот. Ой, эльфочки. Ага. Это, ребятки, будет место... Под футбольное поле. И под большой теннис. И под битву со Стражем Гаи. Здесь, соответственно, я сделаю примерно то же, что я делал у себя в The Unknown. Если вы смотрели мой The Unknown, вы знаете, что там будет. Что мне немножко облегчит, скажем так, битву. Цветочки. Блин, мне не нужны дандалионы. Дандалион Михалыч. Всякая еда. Ладно, дандалионы, если уж они выросли, тоже надо собрать, вдруг где-нибудь понадобится. Тык, вот, Поппи. Вот и все, собственно. Есть у нас теперь Поппи, Жоппи, все есть. Пойдемте. И надо выключить F7, немножко раздражает. Так. Поппи был. Ни одного старого камня, кстати, старого камня. Почему я, кстати, обратил внимание, что я в обзоре говорил старый камень? Он не камень, он корень. Корень и камень это не синонимы ни хрена. Визер Эш, кстати, у нас с вами на какой-то еще черт появился. Давайте я его скину в сундук с Незером. Будем считать, что Визер это незеровская зверушка. И у меня тут, кстати, всякие помидоры есть. И факел. Одежда на доске, что? А, мы... Да. Будем играть в теннис со стражем. Типа того. Дандалион баксов, да. Так. Ладно, оставим всякое это барахло, пока в инвентаре, хрен бы с ним. Verdant Sprig, Block of Gold, гладкий камень, Chiseled Stone Bricks. Chiseled Stone Bricks, я полагаю... О, у меня он есть, это замечательно. Гладкий камень 2. Ну, геонахи немножко здесь нам принесли. Block of Gold. 5, 6, 7, 8, 9. Block of Gold. Готово дело. И два Verdant Sprig. Ей, Курай Секс едет домой, ей. У чатика расширился дом, что? Verdant Sprig. Ой, здесь есть и заодно верстала. Верстал, да. Кастинг алтарь. Так, дальше мне нужны Standing Stones. Вот такие и вот такие. Mundane. Это Stone, Stone Bricks. Лапис Лазури, блок.
А мне их надо, если память не изменяет, извините, 8. 8 же, блин, не здесь. 8. И 4 таких. Ух ты, ёхты. Ладно, пойдемте крафтить, что делать. Standing Stones. На эти нужен алмаз и незербрик. Это фигня. Давайте поставим жариться 16 незербриков. 16 незербриков. Зик начинает roots. К вопросу, что делает Зик. Печечка. Открывечечка. Stone, stone, stone bricks, stone bricks. Много надо, короче. Stone пойдем. Stone bricks где-то, кажется, были. Блин, да, у меня, конечно, такое дикое количество stone бриков. Это 4 гладких камня. Ах, хонишки. Так, мне нужно 8, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 у меня есть. И 33, 36. У меня на все типа хватает. И 8 лазуритных блоков. Этого будет 7 блоков. Еще надо 8 лазурита. Я научился считать. Бу-бум. 8 манденстоун. И теперь убрать излишки. Для того, чтобы сделать вот такие штуки. Опять стоун. Понятно. 4 и надо еще на 3. 12. Я не вижу сколько. 16, все. Так, здесь должны были пожариться кирпичики. 4 алмаза. Ух ты, солнышко на улице вылезло. Ты не бекон, ты свин. Эй! Горелки? Да, еще точно, горелки же нужны. Горелки тоже сейчас сделаем, но сначала мандейнстоуны. 4. Так, эти есть. Кастин алтарь есть. Давайте уберем боунмил. Боунмил, уходи. И горелки, как они там, инцест какой-то. Инценс брейзер. Инценс брейзеров, сколько мне их нужно? Наверное, 4. Давайте я посмотрю рецепт, потому что лень делать много. 4 ингредиента, 4, только мне нужен хилин. Ну, ингредиентов всего 4, 4 горелки. 4 горелки. Это 24, ё-моё. Это 7, да? 7, 4, 28 и 24. Это 60. Нет, 51. 51 железо. Так железа никакого не напасешься. Сегодня на вид серверу получше, чем вчера. Ни с чем не связано, вот честно. Может быть, ему сегодня прохладнее. Я не знаю. Это Майнкрафт. Здесь ничего не понятно. Я на один ошибся. А? О, то есть нам еще придется ему дать. Прикурить. Ребятки, если вы не слышали, эльфа сказала то, что под ареной, где я буду немножко копать, там у нас сидит большой злобный монстр. Как раз вот тот, вот, которого я скидывал, который из Маузи Мопс, или как его там называют. Так что, скорее всего, нам придется еще и с ним поговорить. Главное не попасть ему под горячую, под горячий топор. Где плашка 18+. А зачем? Бадых. 4 горелки. Пойдемте расставлять. Расставлять мы это будем на втором этаже. Не вле... Или влезет? Влезет, но у меня часть вот сюда зайдет. Ну, в принципе, ладно, чего такого-то. Где найти относительный центр? Относительный центр, наверное, будет вот здесь. А давайте, наверное, здесь и сделаем, чего бы нет. Какая нахрен разница? Алтарь. И дальше я опять забыл, как это расставляется. Расставляется это от алтаря две клетки. И маленький камень, и еще одна клетка, и большой камень. Две клетки. Маленький камень. И еще клетка, большой камень. Две клетки, маленький камень, еще клетка, большой камень. Ты так вздыхаешь из-за того, что я дом превращаю в алтарь, да? Тык. Тык. Тык.
Так. Во. Алтарилда! Под горячую победилду. Для охлаждения на балкон сервера выселить. А летом я что буду делать, Вань? Ты узнал, что можешь сделать с призраком оленя? Это хорошо, Crazy Welder. Try 3 Fox. Ой, я... Если мы сейчас спать ляжем и найдем еще один череп, я еще раз это продемонстрирую. Там такая битва была, ух. Не на жизнь, а на смерть буквально. Так, и 4 горелочки давайте поставим вот так. Типа того. Дальше. Мне нужны ингредиенты. Ингредиенты, а, мне нужно для этого побить Nether World. Вот, ребятки, в чем у нас сейчас с вами будет засада. Хотя... Давайте собирать. Собирать это, к сожалению, нужно левым кликом. Если мы это будем собирать правым кликом, магия может не сработать. Шанс 1 к 20. Это, опять же, я знаю из своего обзора. О, я видел его. Мы нашли необходимый нам ингредиент. Это хорошо, потому что, если честно, я думал, что я сейчас с этим буду долго упарываться. И на всякий случай засеем поле назад. Потому что такие штуки могут понадобиться в дальнейшем, если мы с вами будем развивать Roots. Или если эльфочка будет дальше развивать Roots. Ей все-таки по нику положено заниматься ведьмовством, колдовством и всем таким. Ровно одна получилась. И, кстати, вот сейчас надо бы поспать. Я очень надеюсь, что вылезет этот хрен. Да, птиц. Как говорила моя Кокопян, а теперь нужно обязательно дунуть. Если не дунуть, то магии не получится. Как жить без подвала и балкона? Все в доме, что нужно и не нужно. Ну, с другой стороны, белка, понятно, если у меня был... как его называют? Подвал? То у меня все бы это сейчас было в подвале. Так что тут... Вот ты ж, ё-моё ж. А я могу несколько раз попробовать лечь спать? Чтобы он вылез? Не получится так? Вылезай, тварь. Вылезай, гад. Нет, в эту ночь ты не хочешь ко мне прийти? Я все ближе и ближе к печкам к своим отодвигаюсь. Я пытаюсь. Во, вылез! Вылез! Можно таким образом, кстати, из них... Черт, обсидиан. Попробовать пофармить эти самые бошки. Ребятки, давайте еще немножко попробуем поспать. У меня инсомния, что ли? Гловин, ну. Вылези, вылези, штучка. Когда не надо, ты все время вылезаешь. Ну. Ну. Это просто достаточно простой способ набить эти головы. Все, я устал. Эльфам ничего не положено, кроме пренебрежительного взирания на простых смертных. Да ладно! Сервак в кладовку бы ты запихнул. Птица, ну вот, собственно, он не скажет, что в кладовке стоит, но он стоит сейчас примерно в таких же условиях, как кладовка. Кладовка просто в квартире. Если бы кладовка была в подъезде, это было бы другое. Так. Выбросить всякое. Сожрать огурец. Блин, не хочу есть. Чем-то меня таким накормило, что я не могу есть. Цукини. Infernal Bulb. Что там нужно было еще? Да я пока не могу вообще ничего есть. Я сытый! Блин, мне нужен еще один атюнт. Стоун. Attuned Standing Stone. Там нужно было много железа, кажется. Standing Stone. Апол, большое спасибо за рейстав в течение 36 месяцев. Большое спасибо за поддержку. Ей. 4 Назарбрикка. Откройся. Откройся. Не тот. Закройся. 4. Жарить. 4 гладких камня. Давайте, нет, давайте не будем сразу брать пятый. И алмазик. Зик, почему ты не хочешь поставить свелс на сервер определенный или не хочешь тратить деньги? Last Wolf, на какой сервер определенный? Нету серверов, которые вытянут эту сборку. Их не существует в природе. Их вообще нету. Когда же вы поймете? У меня сервер стоит достаточно мощный. Более того, заточенный как раз под Майнкрафт. Потому что там стоит проц на 4,4 ГГц. Майнкрафт однопоточный, он использует одно ядро. Ну ладно, однопоточный это я, конечно. Ну, суть в том, что у него все потоки в одном ядре. Поэтому, не знаю, возьмите 24-ядерный сервер, он будет, ну там, на 2,3 ГГц, он будет тормозить больше, чем это есть сейчас. Пожалуйста, ребятки, учите матчасть.
А то надоело, если честно, каждому второму объяснять, почему сервер тормозит и почему я с этим ничего сделать не могу. Я бы не рискнул сервер лежать в кладовке в подъезде. Ну, Вань, если кладовка запирается, чего бы нет? Круглая дата? Какая круглая дата? Какая дата? Нам-нам-нам. Так. Attune Standing Stone. Дальше был нужен Chiseled... Chiseled Бряк. И Redstone. Так. Standing Stone, Standing Stone, Standing Stone, Standing, Standing Stone. Ничего здесь не написано, все только в книжке. Вот это вот засада, конечно. Хилинг. Так, Verdant Sprig, Infernal Bulb, Wheat и Gastir. Пшено. Ой. Пшено. Gastir, наверное, здесь. И Verdant Sprig. И куда-нибудь надо теперь деть уже Поппи, которые уже не сильно нужны. Verdant Sprig у нас был вот там. Ау! Что это было? Кто меня... Ой, курица, я тебя не заметил. Блин, опять она мне загадила инвентарь, да? Старался, расчищал, да что-то место какое-то освобождал. Помидор вот убрал даже. Кольцо, кстати, надо убрать. А, 36 месяцев, 3 года подряд подписка. А, это да. Сапут сервак вместе с ящиком, запирающимся с куском стены. В холодильник его? Нет, в холодильнике должна жить еда. Еда вкусна. Сервер, наверное, нет. Тык-тык-тык, тык-тык-тык. Тык. Типа все есть, да? Давайте положим сюда колечко. И боун-милушку. А куда я дел боун-милушку? Я ее уже куда-то... Я ее уже сюда положил, да? Печаль, печаль. Беда, беда, огорчение. Зачем я с собой еще пестик таскаю, не знаю. Мне надо горелку. Горелка. Чё? Так. Сюда мы, значит, кладем это. 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 И это. Блин, слеза выпала. А чё так-то? Там же 4 надо. Ай, блин. Я этот. Имбесайло. Дон имбецило. Это же гореть. Да, это гореть. А сюда класть камень, редстоун и чизлд. Как там тебя бишь? Тебя. Тебя. И тебя. А вот сюда класть вот эту вещь, вот эту вещь, вот эту вещь и пшено. Пшено. Поджигаем. Горите? Вроде горят. Shift, правый клик. Колдунство случись. Колдунство. А что это был за... Пф? Эй. А, фух. Это сервер немножко ступил. Я уже думал, что все, хана пришла. Всем добра, что упустил, только проснулся. Вот, Эмеральд, доброе утро тебе. Только еда вместо холодильника у тебя в инвентаре. Да. Ну, пусть, наверное, здесь еще благовониями повоняет. Там такие благовония ценные. Теперь мне нужен редстоун. Я хочу взять красивый редстоун. Хотя, слушайте, погодите, что я парюсь? Я возьму вообще красивый редстоун. Учитывая то, что эта штука у меня никогда не будет выключаться. Она всегда меня будет лечить. Я сделаю вот так. Пойдемте попробуем это поставить. И узнать, будет ли это работать. Я надеюсь, что это будет работать. Куда бы тебя поставить, милое существо? Вот. Блин, здесь я вхожу, да? Типа. Давайте вот сюда поставим. Бдык и бдык. Вставай. Во. Regeneration 2, ребятушки. Ну-ка, давайте посмотрим, как это будет работать. Единственное, что где мой... Сколько там? 5200, да? Бдых, 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 бдых. 6800. И Regeneration работает. Бдых, бдых, бдых. Ну, слушайте. Я сегодня дважды читер.
Стоит баночку пива открывать или дождаться, когда еда доделается, учитывая, что все только начинается? Птиц, я бы дождался, пока делается еда. Не, ну слушайте, это реально читерство. Это нереально читерство. Почему я, кстати, так раньше не делал, вы не знаете? 10 тысяч, все. Охренеть. Еще на 25 секунд, между прочим, дает регенерацию-то. Я здесь могу даже не стоять, я могу заниматься своими делами. Бадым, бадым. И пестик можно вернуть на место. Я сюда положил помидорку, вот меняю помидорку на пестик. И руник таблеты тоже, пожалуй, сюда положу. Хотя, ладно, я его повешу. Вдруг мне еще рутс для чего-нибудь понадобится. В принципе, я обычно рутсом пользовался для другого. Да, Дамирка, не, я вот так именно не делал. Я делал себе регенерацию из какого-то другого мода. Именно с рутсом я, по-моему, так не делал. Рутс я использовал для того, чтобы воскрешать скелетов в Незере. Для того, чтобы получать себе черепа визоровские. На все на сервере делали успокаивающий алтарь из той же кровавушки. А, ну, Вань. Ничего не знаю. Так получилось, так должно быть. Так задумано. Так, давайте, наконец, попробуем освободить место в инвентаре. Да, тык-тык сделать. И что-нибудь съесть. Фруктов хочу. Блин, фруктов, как назло, нету. Есть овощи. Ладно. Ну, тут фруктов, мало фруктов. Вот. Я уже съел курицу, мне хорошо. Так, пшеница, мясо, овощи не влезают. У меня весь инвентарь в овощах. Я овощной барон. У нас обрамление бассейна для рыбалки выглядит как хэштег. А, у вас. А, да, есть маленькая. Так, окей. Ну что, ребятушки, есть у меня в таком случае предложение. Предложение, подкупающее своей новизной, где может мне пригодиться все вот это барахло, которое у меня есть. Для того, чтобы это единственное, что осуществить, надо посмотреть, какое количество изумрудов мы имеем. Где-то были здесь изумруды-то. Два. Собственно, как раз, по-моему, два и необходимо на это дело. И я хочу себе сделать рифт. Рифт. Рифт, как его там бишь, не помню. Царь Горох. Что Царь Горох? Она называется... Мне нужно, короче, для того... Я, короче, хочу сходить в Эребус. Вот. Все, с чего началось-то? Сходить в Эребус, там сдохнуть, наверное, да, и все будет у нас с вами хорошо. Мне для этого нужно некоторое количество штук. Мне нужно себе сделать Staff of Gaia. Staff Gaia какого-то, не знаю, надо сделать. Для этого нужен вот этот вот джем. А как джем делается? Эй, а как джем-то делается? Почему рецепта нет? А! Нет, джем в смысле. Привет-привет, Дамирыч, тут. Алекс, нет, не смотрел. Ну, я не, точнее как, я посмотрел, что он делает. Пока, наверное, смысла нет, вот честно. Так вот, суть в том, что мы с вами не можем попасть в Эребус. Потому что мне для того, чтобы открыть портал, нужен этот посох. Для этого нужен вот этот вот джем. Или это делается как-то иначе. В Эребусе есть книжка? Папирусы, мамирусы. Там же нужно принести какую-то жертву, наверное, для того, чтобы его получить. Рецепт скрытый. Да-да-да, было что-то такое. Две палки, два кистоуна надо. Да-да-да-да. Но, КЛМ, портал с другой стороны, это здесь вообще отдельная тема. Я вчера, когда в сингле тестировал, портал с другой стороны не создается вообще. Поэтому выбираться мы оттуда будем иначе. Вань, у меня открыто вики на фоне. Я просто хочу посмотреть, вдруг есть книжка. Похоже, что нет книжки. Перл, алмаз и эмеральд. Вот мне тоже кажется, что почему-то эмеральд там участвовал в этом деле. И, возможно... Так, но... ладно. Окей. Где моя вики? Вики я закрыл. Ну, ладно. Эребус вики. Вот она, Эребус Вики. Going into Эребус.
Так, Оферин алтарь. Мне нужно Оферин алтарь. Оферин. Я понял, Дамирка. Вот такой алтарь мне нужен. Опять гладкий камень и каменные кирпичи. Что у людей с фантазией, а? Никакой фантазии нет. Вот вообще. Только что делали. Камень и каменные кирпичи. Еще нужен обсидиан, по-моему, и кусочек золота. Обсидиан, кусочек золота. Алтарь подношения. Приношения. Да. Алтарь надо брать в Эребус. Зачем? Куда тебя поставить, алтарь? А, собственно, на втором этаже, наверное, да? И в этот алтарь нам надо скинуть Эмеральд, Даймонд и Обсидиан. А не Перл. Обсидиан, Эмеральд, Даймонд. Где-нибудь... Вот здесь его поставим. Да. Да вот здесь пусть стоит, пофиг. Тык, тык, тык. Теперь надо подождать, да, решит правый клик сделать. Нет, видимо, надо подождать. Че у меня обсидиан выпал? Я shift правый клик как сделал, да? Дайте мне, пожалуйста, штуку важную, нужную. Помню, как Люк ненавидел Эребус, потому что ненавидел пауков и других насекомых. Да-да, помню, Crazy Welder, было дело. А чё не дома-то? Во! Иди ко мне. Гейский джем. Теперь его нужно объединить в посох. Теперь, собственно, пришло время делать все это. Гаен. Сначала кейхол. Дырку сначала сделаем для ключа. Опять стоунбрики, да вы издеваетесь. И вайны, кстати. Ты не резала нигде лианы? Ну, я, наверное, могу их получить через ботанию. А, поспать надо, окей. Давай поспим. Ту-т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 у. Ребятки, я не буду делать портал обратный. Успокойтесь. Я перееду в Эребус и останусь там жить. Так, вайны. Это лилипед. Отлично, а лилипед это вайны. Охренеть, нет ни того, ни другого. Ну как так-то? Пойдемте искать лилипеду. Лилипадлу. А что это ты здесь делаешь в огороде? А-а-а. Лилипед! А у меня, кстати, если что, с собой ножницы есть? Во, есть. Если я тут найду лиану раньше. Кольчугу починить? Ну да, можно с куском железа по наковальне. Бдык-бдык-бдык-бдык. Наверное. Я не пробовал, правда. Но по логике вещей должно быть так. Вайнс! Лианы! Или эти... кувшинки! Бэушный джем? Ужас. Фу-фу-фу. Темный лес. Темный-темный лес. А почему... О, смотрите, какая прикольная полянка. Можно было здесь... Там чупакабра. Можно было здесь тоже жить. Блин, а что это я пошел карту исследовать, блин? Мне бы надо ходить уже по каким-нибудь известным местам-то. Лианы мне нужны, либо лилипед. Я вот только проснулся, стрим уже в самом разгаре. Всем привет. Привет, призрак. Доброе утро. Да, я сегодня неожиданно рано начал стримить. Сам себе удивился. Козел. Есть. Но он не нужен. Этот. Крысеныш мелкий. Засранец. Кувшинки-то понятно, что на воде. Я, собственно, к ней на самом деле и шел. Только там океан. Ты, блин, я еще отсюда не слезу нормально. Ты их... Конечно, не надо. Ну,
всего по одной-то можно было оставить. Их же размножать как-то, наверное, можно. Да, вон лианы растут, допустим, вообще. Мне нужна одна лиана или одна кувшинка? Одна. На болоте около Дамирки? Ох ты, ёх ты, как мне теперь... Да. А где около Дамирки болото? Ладно, давайте попробуем. Где мой глаз? Эть. Полетели глаз. Да нет, я знаю, как Лиана выглядит. Крафта Лиана из листвы. Ну, я, по крайней мере, не нашел. Кстати, да, теперь у вас есть возможность посмотреть на мою обсерваторию с высоты глазного полета. Ну, это же не птичка, это же глаз. Вот так вот это выглядит. И надо уже точки смертей убрать себе. И не нажать на Shift. Зиг всадник апокалипсиса. Да. Может быть, это какая-то неправильная кольчуга? А ты куда пытаешься надеть? Она во второй слот слева встает. Совсем слева. Зиг и Тентакли, да. Привет, Лайма. Всадник глаза, да. Вид от третьего лица? Алст. Реально всадник. От слова всаживать. Да я что-то болото только пока не могу найти около Дамирки. До Дамирки 200 блоков. Ой. А болото все пока нету. Нету пока болота. Вот здесь болото? Нет. Там Энд ходит, одинокий. А, вон. Вижу болото. Сама злобность летит, да. И, кстати, вижу руха. Вот непруха. Глазик. Спасибо. Рух. Не собираться больше двух. Я кривой. Я не могу попасть по рух. Стой на месте, ты, я тебя убью. Вот. А, это рок. А, ну да, рок и есть рух. Жируха. Типа того, птиц. Только учитывая, как он уклонялся, совсем даже не жируха. Ать. Лианчики. Сколько их там получилось? 4. Ну, о, здесь еще и лилипеды есть. Ну, лилипеды мне, наверное, не нужны. Я здесь лучше лиан тогда соберу просто, и все. Надеюсь, водичка здесь не отравлена. А я их, интересно, если снизу буду рубить, да, я же больше буду получать. 14, 15, 16. Хватит. Нашел проблему в сборке, уже 9 фармов, второй гай, нужный итем не падает. Ну, что я поделаю? Это рандом. Это не проблема сборки. Глазик. Вези меня домой, глазюшка. And portal death home. Вот так вам понравилось, да? Давайте так и полетим. На карте такие красивые реки. Такие. Данил Бор к нам пришел. Тыкв-тыкв. Кстати, тыквы, наверное, уже тоже больше не сильно нужны, поэтому можешь остановиться. Ну, это да, это хорошо. Mount Ability. Такая синенькая взрывающаяся фигня летает. Мне показалось не очень эффективно, если честно. Но поразвлекаться можно. Моль на глазике, господи. Я не знаю, Данил Бор, пока стримим. Сейчас сделаем портал в Эребус и пойдем на перерывчик сходим. Вон там в Эризавра можно пострелять, допустим. На мультяшного кролика похожи реки. Не, интерфейс, ребятки, отключать не буду пока, сори.
Или вы заскринить хотите? Скриньте. Пока я добрый. Даже могу сделать вот так. Так. Shift. Бум. Убираем бихолдера. Почему мы переставали стримить на YouTube? Потому что в этом нет смысла. Аудитория ютубошная не нравится мне, ребятки. И сам YouTube. А если я за это еще и по шапке от Твича получу, вообще будет шедеврально. Поэтому не. Так. Есть грейн. Грейн. Две съедим. Хотя ладно, давайте. Наедимся грейна и нормально у нас все будет. Зиг бережет свой мозг. Именно. Ну, грейн немножко увеличился. Что за мракобесие? Привет, Аканаджи! Так. Возвращаемся. Мне нужно было обсидиан и 5 кирпичей. Я не знаю, как у меня из 5 получилось 12. Но так надо. Один обсидиан. И 2 лианы. Бдым. И посох. Один кусок золота и 3 палочки. Три палочки, я сказал. Один кусок золота. Тык. Staff of Gaia. Так, остальные 10. Блин, конечно, по-хорошему кого-нибудь повесить бы, чтобы они росли. Ладно. Пусть лежат в ботании. Будем знать, что у нас есть что лежит в ботании. Тык. И вот тут трава ненужная совершенно растет. Давайте скинем остатки. Давайте уберем. Нет, ножницы мне нужны. И 8. Мне нужно 4 на 4. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мне нужно. То есть еще 4. Еще 4 каменных кирпича, да. Привет, Айна Луси. Мне нравятся стаки по 16. О, да. Обожаю стаки по 16. Мне нужна листва. На листву? С деревьев. Не траву, листву. Ать, ать, ать. 3, 4. 5. Зачем пятая листва, не знаю. Ладно, пусть будет. Так, где мы с вами будем делать портал? Ле портал. Ле портал надо сделать где-нибудь, наверное, вот здесь. Не хочу я его делать дома, вот. Что-то мне подсказывает, что не надо его делать дома. Я его сделаю рядом с Незеровским. Только с этой стороны. Вот, пожалуй, вот такая выемочка будет. И вот здесь будет портал, да. Кстати, у меня вчера не получилось активировать вертикальный портал, получилось только горизонтальный. Поэтому сейчас попробуем, будет ли работать это здесь. И, кстати, углы в этом портале должны, блин, тоже быть из каменных кирпичей. Так, бдык-бдык, 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 бдык-бдык. И сюда, значит, листву заставить, да? И сверху андезитиком немножко это дело припорошить. Ой. Я слышу, как смеется какая-то ведьма, по-моему. И это не Рубрум Венефика. И в радиусе 7 блоков нужно поставить ключ-активатор. Куда бы поставить ключ-активатор? Я думаю, вот сюда. Бум. Глина тут какая-то. Бум. Ей, портал открылся. И перед тем, как туда идти, осторожно, только не зайди в портал. Это опасно будет. Можно в 3 блока высотой, можно в 2 блока высотой, в 2 минимальный. Так. Глину уберем. А теперь, ребятки, собственно, тот момент, по которому я говорил, что я не хочу тратить еще один изумруд. И не хочу вообще надеяться на то, что у меня в Эребусе будет портал. Есть у нас здесь с вами замечательный мод. Собственно, я не просто так вчера
За кадром даже бегал в этих самых, в дверях. Голос боится жучков-паучков? Боится. Надо мне сделать штуку под названием Rift Signature. По-моему, кстати, эльфа ее сделала. Вот она. И нужно для того, чтобы сделать стабильную штуку. Так, я не понял. Железная дверь, чтобы создать Pocket Dimension. А кварцевая дверь, чтобы попасть в Pocket Dimension. Я что, неправильно делал карманное измерение, да? Запись на Твиче, да, сразу после стрима появляется. Но там проходит, может быть, минут 5-6. Так, мне в любом случае нужно, значит, Iron Dimensional Door. Для этого нужно две двери и стабильный фабрик. Стабильный фабрик и две двери железных. Ты там на все холодильники сделала, да? На железные двери. А, у меня есть, вот. Так. Вот так, типа, да? Вот так. Вот так. Вот так. Типа того. И Rift Signature у меня есть. И теперь вопрос, где я хочу, чтобы у меня из этого измерения был выход? Я думаю, там, где у нас с вами не получилось сделать себе карманное измерение, то бишь вот здесь. Тык. Location stored. А теперь, ребятки, я пошел в Эребус. Если я оттуда не вернусь, если не сработает Dimensional Door или что-нибудь типа того, ну, не поминайте лихом. Там я, кстати, видел зомби, но я не хочу сейчас разбираться с зомби, у меня более важные дела. Ты чего здесь стоишь? А, окей. Ребятки, пожелайте мне удачи. Так. Во-первых, как я уже и говорил, портала назад нет. Да? Так что очень хорошо, что я это дело проверил в сингле. Теперь мы делаем, соответственно, этой рифтовой штучкой клик. У нас с вами создается разлом. На его место мне нужно поставить дверь. Единственное, что для этого нужно определить, где же оно. Вот здесь, да? Где вот этот вот рифт? У меня с собой освещалка вроде была. Давайте осветим что-нибудь. Ну. Кого? Освещалку? Да. Где рифт? Здесь? Если просто я ее сейчас поставил не на рифте, у меня там будет нестабильное измерение. А вовсе не то, которое мне нужно. Зайти. Ух. Отлично. Теперь надо сделать вторую дверь. Кстати, раньше дверь создавалась автоматически. Немножко непонятно. Ну да ладно, ничего страшного. В этом нету. Блин, я опять забыл, где у меня эти. Кто к нам пришел? Чё нам принес? Лапка, привет тебе. Так, делаем вторую дверь. И, кстати, Rift Signature у нас с вами уже больше не работает. Он разовый, оказывается. И Алекс дома. Тык. Эребус. Тык. Овер. Наверное. Ей, ребятушки, ништяк. Мне прям нравится. Осталось здесь сделать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сейчас пойду курить чего-то. Не-не, я сейчас пойду покурю. Надо же после такого. Мы же в Эребусе. Нет, там, по идее, ликанитов не должно быть, ребятушки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 давайте сразу сделаем. И что это было за почта? Метку поставить не забудь. Однозначно, Ваня, однозначно. Прямо однозначнее некуда. Потому что иначе будет вообще печаль. Ну, теперь еще есть, мне лень искать. Бдык-бдык.
Бдык. Уипс. И оставить, наверное, можно. Остальное вроде здесь нигде не темно. А здесь у нас с вами все-таки будет дверь, возможно, в карманное измерение, да? Теперь красиво надо оформить. Ну, не особо. Где-то я уже слышал фразу, ликонитов там точно нет. Да нет, там правда ликонитов нет. И давайте с собой возьмем, знаете что? Блин, у меня, конечно, тут жрачки всякой разной полно. Надо съесть фрукт. Фрукт. Немножко арбузяки. Они там есть? Они там есть. Но на самом деле там как бы своих полно. Помимо ликонитов. Да нет, там правда ликонитов нет, наверное, да. Вот, ребятушки. Так, птицу приятного аппетита. Соответственно, а мы с вами давайте уйдем на перерывчик. Если речь про Эребус. Да, про Эребус. Домерка. Давайте устроим перерывчик, а потом пойдем в Эребус. Только сначала нужно будет подготовиться в плане инвентаря. Не скучайте, скоро вернусь. Тык. Так, что я хочу сделать? Во-первых, ну, еда, это хорошо. Надо, наверное, с собой сразу взять. Хотя там что, деревьев нету, что ли? Сделаю я там себе сундуки. Да? С чего? Первая ошибка похода в неизвестное измерение. Да там все есть, что я там все сделаю на месте. Я хотя бы верстак с собой принесу. Хотя верстак можно было там же сделать из того же дерева. Блин. Встретил гигантского петуха из ликонитов. Бывает. Чин-чин, ребятки. С наступающим старым Новым годом у вас. Сегодня 30, типа, первое число. Да, по-старому. Так. Сундук сделаем на месте. У меня даже есть вода. Rift Signature теперь уже бесполезный. Не знаю, кстати, куда его теперь девать. А, я из него могу сделать А что такое стабильный, простите? Я что, себе нестабильный сделал? У меня что, сейчас не будет работать? В чатике случилось вторжение дариков? Я хотела сделать. Ну, теперь есть нитки, но это дорого. Да. Я что-то боюсь. Так, тогда пока мы его оставим здесь, пусть он лежит. Потом я постараюсь разобраться, может быть, в сингле, что это такое. Звук — это правильное решение. В общем, конечно, да. Но зима как-то, да. Как-то что-то не то. Я просто умудрился еще за вчера изничтожить свои запасы вискоса, поэтому печаль. Так, что, пойдемте? Кстати, как-то получилось, что у меня вдруг полная... Это... Броня! Сейчас как вылезу, вовсе не вырыбище. Не вырыбище вырежу. Освещал ду в правую руку. Так, ну, по крайней мере, пока здесь не... А, так. Я себе хотел взять кабл, а не взял. Сначала. Экзит. Тык. А то могут быть варианты. Ай. Здрасте. Забор покрасьте. В какую сторону открывается эта дверь? Блин, не туда. Черт. Ща я тут сделаю себе, блин, портал. Ну, конечно, нет ликонитов. А это он на меня вешает этот, не, ну, слепоту. Где ты, Грю? Ты зараза. Я вот не вижу черта лысого, блин. Сейчас здесь еще где-нибудь умру. Весело будет, да? Да я не могу, он на меня вешает слепоту. Нет, я не пью Уильям Лоусон. Мне не нравится он. Та еще сивуха. Отлично вошел, блин. Отойди куда-нибудь от портала. Милое существо, а. Майнкрафт испортили там аутом, тайм-аутом на использование оружия. Не согласен. Когда можно было закликивать, это было неинтересно совершенно. Да уйди ты уже, господи! Где ты? У тебя же одна жизнь осталась, где ты? Я тебе морду набью когда-нибудь. С какого-нибудь попытки у меня получится.
Мне вот интересно, ребятки, те, кто приходит на стрим через 2 часа его начала и спрашивают, что я пропустил. Я каждому должен перечислять то, что человек пропустил? Мне просто вот интересно, человек на что надеется, когда такие вопросы задает? Что я начну сейчас перечислять предыдущие 2 часа стрима? Да где ты, блин? Где ты? Где ты, тварь? Слушайте, я его реально не вижу. Причем я его вообще не вижу. Бывают сердобольные чати, которые могут написать. Я не спорю, но тогда не нужно задавать вопрос мне, наверное, да? И чё же за такой блайндность-то веселый? Есть такое ощущение, что надо просто стоять на месте и его, блин, долбить, если я замечу хоть когда-нибудь, откуда он появляется, тварь. Вот уж не думал, что когда-нибудь будут проблемы с ослеплением. У меня, кстати, есть... Я знаю, что я сейчас сделаю. У меня где-то в ящичке с ликонитами было что-то интересно вкусное. Ой, тебе открыть пивочку тоже? А? Ну, окей. Так. Где-то у меня была штука. Wither, Bad Luck, Fear, Insomnia. Нет, не то. Hunger, Weakness, Poison, Nausea и Paralytics. Блин, а что, ничто от Blindness'а не спасает? У меня нет ничего, что спасает от Blindness'а? Ну это же печаль. Ладно, значит будем так дальше додалбывать. Что еще делать? Додалбывать. Звук ласкающий уши. В смысле? Все? То есть у него вообще там оставалось ничего, да? Так, нужно скинуть точки смерти. Ремув. Я здесь вообще-то чупакабра. Да вы издеваетесь, что ли? Это хуже, чем Незер сейчас будет, да? Хотя ладно, здесь лавы не такое количество, по крайней мере сверху. Я опять забыл, в какую сторону открывается дверь. То есть вот здесь надо за это самое, да, закирпичить. Дым. Закирпичим дверь. И здесь сделаем что-то вроде вот того. Тык-тык. О! Ништяк. Так, точка стоит? Стоит. Пойдемте. Куда пойдемте, понятия не имею. Эй! Хватало какое-то меня тут. О, зато я сам себе пожарил мясо. Из чупакабры. Своим топором. А есть мы его будем? И помидоркой закусим. А здесь такое ощущение, что нету неба, поэтому армара здесь моя не действует. Лич. Интересно, что дает нам эта пиявка. Так, хочу сделать сундук. Хотя нет, зачем мне сундук? Пойдемте. Немножко поисследовать мир, найти что-нибудь открытое. Освещал, да. Ау, что это? Чупакабры бегут. Две. Вы будете сегодня умирать, нет, чупакабры? Еще мясо. С голоду мы здесь с вами точно не умрем. Ну, правда, здесь есть много других вариантов, от чего можно умереть. Но не с голоду. Отлично, это пещера. Хотя это и Рэбу, здесь везде пещера. Лайфстил, да, Лич? Уголь. Какой прикольный здесь уголь. Это не я.
Ну? Тут что-то как-то очень подозрительно тихо. А где все местные обитатели? Ликанитов видел, о, вот местные обитатели. Ё-моё, как-то их много что-то. Есть пулялда, но бессмысленно сейчас ей пользоваться. Они все на меня бегут быстрее. Здесь что-нибудь ближнего боя надо. Я нашел какие-то лапки. Паучьи лапки, причем жареные. Да, я их сейчас сожру. Вкусненькая какая штука. Надо было себе какой-нибудь хил сделать. Чем дальше бежишь, тем дольше за могилкой бежать. Ну а я что сделаю? Да я хотел немножко восстановить жизнь. У меня два сердечка. Сервер, не лагай! Отлично. Так, а вот там... О! Умбер Голем Айдам Гардиан! Тут еще какой-то боссик теперь нарисовался. А я к нему иду с тремя сердечками. Не алмазы ли были в руде? Где? Да ладно, как это пофиг. Нет, ну это не алмазы. Хотя, может, и алмазы. Алмазы! Как же я мимо алмазов-то пройду? Глаз алмаз? О, кстати, у меня же есть глаз. Я могу на глазе, если что. Это да, но... Интересно же поисследовать, потому что там какая-то вот босятина уже. Давайте хоть посмотрим на него для начала. Фу. Уйди. Уйди, противный. Да хрен его знает. Вот я и думаю, это он лагает или это сервер лагает. Уже отравил где-то, а? Нет, это яд. Надо что-нибудь придумать от яда. Вон еще один, смотрите. Сервер! Сервер! Да, Меркел, ну я и лук, ну ты чё, я понятия не имею, с кого он здесь падает. Тут лава, тут лава, тут много-много лавы. Это что такое за тля? Тля-переросток. Тля! Отстань от меня! Уйди! На что я прыгну? Я ничего уже сделать не могу. Прикольно. Добежим, не добежим до могилки. Без обмундирования. Как что? Да блин! Я не успею сесть на него. Вот чупакабра-то, а? А смысл? Я не успею. Надо броню обязательно. С ликонитами без брони вообще без мазы. Неподалеку еще мега-тля в пирамиде заперта. Да, надо будет поработать над хилом. Это точно, потому что это извращение. Чупакабру скинули, теперь можно вызывать глаз. Полетели глаз. Так, где моя death point? Там. Ну, хотя, с другой стороны, большое спасибо ликанитам за то, что у меня есть глаз. Я, кстати, совсем недолго прошел-то, я смотрю. Немного. Тут тля эта летает дурацкая. Если не летает, а ходит. На тебе тля. На тебе тля. Все, сдохло. Что, нет? Я своей щупальцей испугался. А, тут уже не тля. Тут уже какой-то другой паучок. Ч?
Что тут происходит? Кидаются в меня, понимаете ли, всякими своими паутинами. Деспойнты надо стереть. А что это такое на карте? А, это я освещал, смотрите, как прикольно. И ликаниты, конечно же. Куда же без них? И гоблеры. Или как они там называются? Большие ликанитные твари. Я его в спину расстреливаю. Ничего не знаю, я не моралист. Он умрет когда-нибудь? Не-не-не, птиц. Все окей. Саламандры. Что у меня по батарейкам, кстати? А где? А, вот они. Вторая пошла, да? А чё я его мучаю, собственно? Блин, вот лучше вот этого надо мучить, потому что не заметил, как прилетел, тварь. А-а-а! Не вижу ни хрена! А, это опять Грю, потому что. Это опять этот упырок. Блин, горелые! Надо что-то придумывать, что будет нас избавлять от блайндноса. Это невозможно. Глазик. Да я что-то вообще не могу пока понять, где я. Так я вот к ней иду. Их двое. Я промазал. Их трое. Да я пытаюсь. Отлети от могилки, пожалуйста. Я боюсь ее взорвать. А там еще трое. Слушайте, вы издеваетесь, что ли? Вон, смотрите, еще один. Нет, вот он взлетел. Повыше, гад. Ну, далеко ты успеешь, хотя бы могилку сидишь. Сейчас, 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 тут вот уже. Уже чупакабра, уже паучок. И еще один Грю. Да вы издеваетесь, блин. Хорошо, но я не буду им пользоваться. Ну куда? Ты хотя бы восстановишь. Чего восстановлю? После смерти все на 50%. Ну, голод. Блин, фу-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 фу. Ну вы тут еще теперь. А-а-а! Хватай могилу, вали домой. Да, надо что-то делать с этим самым. В Рутс есть заклинание, которое дебаф снимает. Вот не уверен, если честно, насчет дебафов. Хилка там точно есть. Давайте заберем вещи и действительно подумаем. Эй. Действительно подумаем, каким образом можно было бы себе сделать какие-то как... Убиралки дебафов. Тут этот еще, блин, вылез от взрыва. Это что такое? Ребятки, не помогут вызванные ликаниты. Я банально не успею их призвать. Если я успею их призвать, они очень быстро сосутся назад. Ну и где он? Вы что, меня убили моего глаза? Где мой глаз? Ну ты-то еще, блин, здесь.
муха-жопа. Вот реально, батфлай. И меня в этот момент кусала какая-то скалопендра. Зиг прокачивает армару. Это да. Жопная муха, вот, типа того. У меня глаз, а, вот он. Потом глаз сломался, не вызывается больше. Глаз сломался. А, понял, Дамирыч. Так, пофиг на урон потенциальный, надо забрать вещи. Глаз! Глаз! Пойдемте отсюда нахрен. Да, немного мы с вами смогли пробежать в Эребусе. Прямо скажем, немного. Глаз, дизмис. Да уйди ты, муха-жопа. Привет, Холдбер. Так. Окей. Мы вернулись из Эребуса. Опыт, прямо скажем, не супер удачный. И мягко говоря, да? Зато у меня есть вкусненькие деликатесы. Оставите деликатесов. Ножки паучков жареные там всякие. Жареные. Давай я тебе куда-нибудь их положу. Я их в сундучок тебе положу. Вот. И экзоскелет. Из которого можно сделать... Битл Райдинг Кит! Ребятки, смотрите. Мы можем себе из экзоскелета сделать... Седло на жучка. Новые очки в армаре появились. Да, сейчас сделаем обязательно. Щит можно сделать. Броню можно сделать из этого экзоскелета. Смотрите, какие прикольные хреньки-то. Есть у меня ощущение, то, что нам с вами в Эребусе надо себе строить что-то вроде коридоров, типа как Дамирка делает в Незере. Фига матрасов в холодильнике, да. Вопросы не ко мне, ребятки. Давайте поедим чупакабру. Превратиться в мухожопа, летать на мухожопке. Не получится. В морфе отключены способности полета. И это в этот раз не я. Хотя бы их тоже отключил в любом случае. Но в этот раз это действительно не я, потому что не работают на 1.12 еще пока способности морфов. Оседлай, мухожопь. Будь первым зигом на районе. О боже. Экзоскелет, пожалуй, тоже сюда положу. Пусть здесь полежит. Так. Заклинание, говорите? А куда я дел свой планшет? Только что сказал, что не работают способности у морфов. Ребятки, слушайте, пожалуйста, немножко внимательней. Only хардкор, вот-вот. Так, заклинание. Регенерейшн есть, конечно, это хорошо. Nature's Curse, что такое? Во! Заклинание, которое позволяет... Единственное, что нам нужен глистерин мелон, я не помню, как его делать. Заклинание, которое нам позволяет изменить дебафы на бафы. Я бы попробовал. Только я не уверен, что у меня хватит времени на то, чтобы это заклинание скастовать. Но с другой стороны, почему бы нет? Глистерин Мелон, как он делается? Глистерин Мелон, а он делается. Это хорошо. И Дамирка лег поспать. О! Дай мне череп. Дай мне череп, я визор хочу вызвать. Дай череп. Да блин, ну обсидиан, конечно, тоже хорошо, не череп бы. Мне показалось, или он сказал ай карамба. Барт Симпсон, блин, летающий. Окружить обычный арбуз золотыми зубчиками. Да-да-да. Я уже понял. Надо сделать два заклинания. Единственное, что, конечно, можно было бы попробовать заморочиться с Руцем и сделать себе посох. Вот этот. Но, по-моему, там что-то было нужно страшное.
Хотя, слушайте, а здесь ничего страшного-то и нету. Блок алмазов, конечно, немножко жалко. Единственное, что я потом не помню, как его... Как к нему заклинание привязывать. И переключаются они не очень хорошо. Нет, лучше сделаем два посоха, ну нафиг. Так, окей, арбуз. Он говорит про женские половые органы на букву П? Да нет, Ancient Warlock, ты что? Тебе кажется. Я так понимаю, ты про почки, да? Восемь. Так, Glittering Melon. Дальше яблоко золотое, по-моему, нужно. Где-то здесь я видел у эльфочки яблоко золотое. Вот, я его свистну. Почки, половые органы, а что, вполне себе. Nature's Cure, да? Apple и Black Currant. Black Currant, черная смородина же, да? Apple, Black Currant где-то вот здесь должен быть. Elderberry, Nightshade. А где Black Currant? А как он выглядит? Тут, по-моему, другой какой-то. А, вон, просто сиреневая ягодка. Я почему-то думал, что там горсть. Вот она. Так, это поджелудочная, да. Да-да-да, диаблистик. Вот так, собственно, и узнаем. Так, что там нужно еще? А, все. Теперь мне нужен... Так, Verdant нам позволит сделать силу. Сила это Redstone или Glowstone? Давайте посмотрим. Модификаторы. Ну. А сами-то модификаторы. Potency, Glowstone. Это сила заклинания. Efficiency, Redstone. Давайте Potency сделаем. Это Glowstone. Да? Блин, только что читал, как я так делаю? Glowstone Dust. Glowstone Dust. Палочка нужна. И Verdant Sprig и пестик все там. Слепота, ночное зрение. По идее, да? Тантум Верде? Что? И Пестл. Так, значит, вот сюда накладываем вот это, и вот это, потом вот этим, и вот этим хренячим. Бзык, 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 бзык. Пестик, бзык. Пестик, вернись. Так, и в имбьюер это дело запихиваем. Бзык, бзык. Сейчас у нас будет посох. Так. Nature Score, плюс один Potency. На ком бы испробовать? Грю! Где ты, Грю? Почки не участвуют в интимных процессах. О боже. Перцы и предсердие. Да. Какое перце? У мальчиков перец, у девочек перцы? Что? Пойдемте. Поумираем маленько. Есть кто? Ликониты. Я уже в ребусе. Я уже не могу спать. Чубакабра. Ты на меня плохие эффекты, к сожалению, не накладываешь. Я тебя просто не люблю. Синтипедо! О, плохой эффект. Ну-ка. Poison и регенерация. Он не снимает плохие эффекты. Он накладывает их вторую часть. Действительно, против яда у нас с вами, оказывается, регенерация работает. Так, еще раз. Ну, где ты, муха? Муха-цокотуха. Да я не вижу ни хрена.
А, потому что это ликонит сраный. Сраный ликонит. Ты дурной. Мелкий, зеленый, засранец с сиреневыми хвостами. Свяжу хвосты узлом, накину на шею, затяну нахрен. Это у меня плохие эффекты, к сожалению, не накладываешь, да. Я сплю с правой стороны, которая дальше от окна. Стой! О, Грю вылез. Не Грю, а этот. Призрак в доспехах, как убишь. Который ругается. Ну, слушайте, ребятки, ну, посох как-то, конечно, работает. Но как-то так. Примерно так Зик приручает животных, боже. А, он снимает негативные эффекты, просто ты уже получил новый. Возможно. Возможно, кстати, да. Так. Все-таки пойдемте делать второй посох, который на регенерацию. Смерть матершинник. Да, птиц. Так, сначала убрать. А это я здесь вот это натыкал? Я? Ну, не я. А как это снимать? Это же палочка. А. Окей. А у нас там не ночь? Нет, еще. О-о-о! Кроватина! Могу спать только ночью. Ой, тут теперь эти растут. Лианы. Так, зачем мне мушиные крылья? Я из них могу сделать крыло-глайдер. Или я из них могу сделать прыгательные ботинки. Позволяет вам прыгать на 4 блока вверх. Прикольно, действительно. Но там дофига всего еще нужно из Эребуса вынести для этого. Надо делать сундук под Эребус. Я понял, что вот так вот не вариант вот здесь сохранить. Сделаем пока сундук под Эребус. 8. Чего? А, ну присевшим, да. 8. Сундук. Золотой сундук. Золотой сундук бежит, качается. Да, и батарейки надо зарядить. Точно, Олзай, спасибо. Заряди батарейки, прокачай армару, посмотри заклинание, покажи нам счетчик смертей, коротко и ясно. Вот, так и надо. Вот здесь поставим сундук, здесь будет Эребус. Тык, 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 тык. Вроде все. Пока что. Так, начнем с последнего. Статистика. Количество смертей. Number of deaths. 139. Ей! Я, наверное, на первом месте. Хотя нет, Феф, наверное, на первом месте. Так, едем дальше. Армара. Чего на весь дом слышно? Да, я очень громко ем. Армара. Dodge Chance 5% more armor. Или увеличить эффективность перков. Или еще увеличить эффективность перков. Это неинтересно. Elemental Resistance. Increased armor на 10%. Это неплохо. Здесь что у нас? Эффективность 1 Added Armor, 1 Added Armor, 1 Added Armor, 6 Added Armor, 2 Added Armor Toughness. Вот сюда пойду. Во. Ништяк. Ой, сердечко появилось. Назад. Так, что там еще нужно было сделать? Зарядить батарейки, точно. Спасибо тебе, Олзай, ты прямо как мой туду-лист. Фефа насиловали джинсы? А, джины. Стопудово на первом месте. Джинсы-насильники. Ужас какой. Зиги спаунер зомби и тотем лечения из Roots. В террасталевой броне, в броне из Эмберс. Незачарованные и только взятые убивают. Незачарованные уровни армара можно получить очень быстро. На сложной сложности тебя убить не могут. Малакаст! А! Запятые, пожалуйста. Я не понял, что я прочел.
Не хочу такие же запишут птицы. Там полуребуса надо вынести, это да. На самом деле с модом я никогда не играл, если честно. Поэтому мне интересно там походить, побродить, поисследовать. Но для этого надо, я не знаю, что сделать с собой. В душ зайти? Что ты там сделала? Ой! Ни хрена! То есть мало того, что я теперь буду писать еще и в душе. А выключить как-то не можно? А, во. Ништяк. Прикольно. Что у меня делает ко-ко-ко? Ко-ко-ко у меня делает вон. Птиц. Видишь, что делает ко-ко-ко? Яйцы. Так, ребятки. Давайте себе сделаем, все-таки попробуем... Признайся, ты и так это делал. Конечно, делал, Дамир. В новой кровати поспать? Окей. Тык. На меня написал синий. Что? Нет. Писать в душе хорошо. Согласен, птиц. Он хочет, чтобы ты нашел спаунер зомби, сделал тотем лечения из рутс. В броне и старостали можно быстро вкачать армару. А, я понял. Ну, нет, она сама прокачивается нормально так, вполне себе. Так, в новой кровати поспали, старую можно снимать. Я хочу теперь себе еще сделать заклинание регенерации. Вот это вот. Мне нужен Nightshade, Red Dye, пионы. Это где же, простите, я должен пионы это найти? Кстати, вот сирень твоя. А, да, ты обои искала. Пионы. К писанию в душе призывают, так как вы экономите как минимум один слив бачка. Логично, флешка, логично. Пионы можно пробовать преобразовать, да? Они делаются из розового куста. А розовый куст делается из сирени как раз. Отлично. Где сирень? Вот, сирень есть. В Эребусе из интересного королева тарантулов и мегатля. Там, где лава течет, есть закрытая пирамидка, вокруг нее лабиринт с четырьмя големами, охраняющими ключи от пирамиды. С мегатли падает камушек, из которого делается палка-оживлялка. О как, пишет нам Каэль Миндор. А пионы, пионов здесь нету? Вот, ладно, ну ладно. Бзык. Бзык. Так, у меня есть теперь пионы. Пионы! Это похоже на итальянскую пиццу. Пицца пионы, как пепперони. Мелон, красная краска, найтшейд. Красная краска, найтшейд. Мне нужна именно красная краска, к сожалению. Вот это. Нет, вот такая. Пионы, красная краска, арбуз. Арбузямбра! Арбузямбра. Так. Палька. Он сам не закрывается, ничего не знаю. Палька и... Глоустон, да? Для того, чтобы силу увеличить. Тык. Пиво в душе открывать как-то странно. Согласен. Я не могу добавить больше, Диаблистик, к сожалению. За вот этот вот Verdant Sprig я могу добавить один. За этот Bulb, который я в самом начале выбивал из Netherwort'ов, я могу добавить два. И только выбив из корус дерева третий ингредиент, не помню, как он называется, Dragon's Eye, по-моему, я могу добавить три. Домашнего любимца в виде блока железочки? Да, можно было бы, неплохо было бы. Verdant Sprig. Glowstone. Пестик. Эть. Ну, эть. Посох регенерации. Может, побольше Glowstone на этот раз... А, да, это я уже читал.
Так. Регенерация пока действует, но это еще от тотема. И что-то же еще надо было сделать, нет? Батарейки, да, зарядил. Что-то же я еще хотел сделать, нет? Пойду сделаю приятный звук, понимаете, как хотите. Нет, посох дегенерации я уже сделал. Одновременно регенерация и дегенерация. Это такой универсальный. Смотря с какой стороны в него дуть. Ну, с какой стороны им махать. Хорошо. Чего ты хочешь? Можно, только для этого нужен энден... Ну, интерняк, короче, как он называется, эндстоун. А я его могу делать... А, и с эндстоуном, между прочим, при помощи трансмутации. Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Трансмутации могу себе сделать интерняк. Мы можем себе посадить хорус фрукт. Хочешь? Это эндовое, вот это вот. Надо тогда будет сделать сэндстоун. Я даже не буду закрывать вот эту страничку. Просто, на самом деле, ребятки, хочу пойти перекурить. Так что не скучайте, скоро вернусь и сделаем себе интерняк. Сэндстоун. Вэндстоун. Через трансмутейшн. Мне несложно. Где песочек? А, у нас есть сэндстоун. Откуда у нас есть сэндстоун? Сколько тебе нужно? Давай 9 тебе сделаем. 3 на 3 на 3. Чего, стрим? Какой стрим? Точно. Каждый раз, когда Зик ставит музыку паузы, мне кажется, что где-то рядом заспавнился человек-сосед с перфоратором. Он ее перфорирует. Пестик — часть некоторых растений, принимающих участие в процессе размножения. Да, Олзай. И? Где стрим? Че? Кто здесь? Где мой глаз? Глаз. Вези меня, глаз. Далеко-далеко, в Астрал Темпл. 600 блоков, не так уж и далеко. Зиги и эльфички, эльфочки, а также их родители, Мегатлю увидеть не хотите ли? Мегатлю в журнале Скёрмиш, о боже. Рунический алтарь, а он у меня где-то есть уже вроде. Ты что, еще один сделала зачем-то? Только планировала. Ой, а Линкин Тулт у меня с собой есть. Кстати, Рифт Ремувер, блин, надо бы взять сюда. Тут уже какой-то кошмар, смотрите, скоро сожрет тут Рифт, все, нафиг. И будет у Дамирки рядом его разлом из Таункрафта и разлом из Dimensional Doors. Ну, вниз же нельзя. Надо плавненько. Так, Линкин Тулт у меня с собой? С собой. Как здесь спускался? Здесь была лесенка. А, у меня же сбоку вход где-то был. Сбока. Что-нибудь ляпнешь иногда? Во. А мне не нужен Линкин Тул. Мне нужно просто сюда поставить блоки и все. Вот так. И вот так. И сейчас ночь как раз будет, да? Куда третий монитор поставить? Птиц! Не надо третий. Два в самый раз. А что у меня здесь есть? Курица есть, мрамор есть, прикольно. А здесь что есть? А здесь ничего нет. А что, ночь наступает? Наступает. Кстати, я не понял. Я когда читал обновление... Ну, эту книжку в сингле, да? У этой штуки что, есть режимы? Как их переключать? У нее вроде нет режимов. Там было написано то, что режимы переключаются так же, как и в обычном Фотик Резонаторе. Есть просто, оказывается, его апгрейдженная версия. До нее только дойти надо. Не знаю, правда, зачем. По факту он будет 5-й, о боже. Ну, динозавр за окном летает, что бывает. Я знаю человека, который ставил себе 6 мониторов, потом оставил только один. Бывает. Третий монитор поставь перед глазами. Наконец-то, да, птиц. Хватит комнату обвешивать мониторами. Ты так вместо того, чтобы отопление, что ли, делать, ставишь? Но это же трансмутация, это же она, я же правильно делаю? Starlight Transmutation, это же вот это вот. Там ничего, я не путаю, не? Преобразоваться это все должно. Где моя освещалда? Осветим не по центру, осветим где-нибудь здесь.
И здесь. И здесь. И здесь. Черт, это не по центру. Здесь. Вот, так лучше. Да, действительно, вы были правы. Здесь мешал свет. А вот этому что мешает? Или ему тоже по какой-то непонятной причине мешал этот же свет? А верстак-то у меня зачем пренкован? Ни хрена себе, зомби. Ты попутал? Или ты упал? Проще сходить в Энт и накопать. Дракона выпилили? Нет, Кайлем. Дракон жив-живехонек. А я боюсь в таком вот. Блин, у меня, смотрите, как все. Вот что я хотел сделать. Я хотел себе сделать Infernal Forge. Вот чем мы сейчас с вами займемся. Ты убил порождение света. Да. Преобразовывайся уже, камушек ты мой. О, Endstone, Endstone. Тык, тык. А этот Endstone пока не хочет. Зато у нас здесь с вами появилось еще немножко этого. Старметала. И сервер тоже немножко решил, что ему пора отдыхать. Блин, да вы издеваетесь, я какую-то себе мобоферму здесь сделал маленькую. Слушайте, вы серьезно? Или я поставил куда-то не туда, и сюда свет не попадает, видимо. Вот так надо. Да-да-да, точно, углы не линковал. Спасибо, Истон Маус, я уже заметил. Ну, хотя, в принципе, 7 уже тоже хорошо. В любом случае, что-нибудь там украсить, посадить туда что-нибудь. Кач опыта. Ну, так себе кач. Такого себе опыта. Сверху осветить. Да ладно, пусть падают. Мне не жалко. Они падают с большой высоты, ударяются об кристалл, ударяются об пол. Здесь-то я их, собственно, и встречаю. Точно, гости с неба. Ну давай, преобразовывайся уже. Мне не терпится сделать Infernal... вот. Inferno Forge. Wildfire Core. Ой, блин, а для этого нужна куча-куча-куча алхимии. Черт ее дери, ну ладно, что. Сделаем, чего бы нет. Там сверху отверстие. Нет, там сверху дырка. И, между прочим, там затмение. Пойдемте посмотрим затмение. Смотрите, какое прикольное. О, затмение. Давай, камушек. Шамань Зиги для скорости. Умба-умба-умба-ы. Умба-умба-умба-ы. Так. Пойдем чуть-чуть зомби пока побьем, я не знаю. В Вовере так скучно после всех этих измерений. Даже грю никакие не летают. Которыми полны все остальные измерения, блин. О! Он сделался. Все. Можно лечь поспать. Бряк. Нет, монстры? Монстры тоже хотят поспать? Бряк? Бряк. Вместо одного большого подвала у Зиги много маленьких. Да. Блин, зомби, ну я спал здесь. Ну зачем ты пришел меня разбудил? Я теперь не усну. Мне будет сниться всякая дрянь. Понятно. Спать, видимо, было плохой идеей. Ну тык. Спектрал болт. Он мне дал свой спектральный болт. Дамирка, наверное. Кумбайо! Да. Зачем мне кузня из Эмбера? Для того, чтобы туда положить свою броню. И я туда впендюрю Элдрич, как там он ближ-биш-биш называется. И меня будут бояться монстры.
некоторые. Наверное, если вообще, конечно, так работает. Дырка — это квазичастица, носитель положительного заряда, равному полуэлементарному заряду в полупроводниках. Так что над кристаллом отверстие. Нет, там как раз такая дырка. А, Дамирыч там кушал. Приятного тебе, Дамирыч. Саммон. Тык. Прилетели. Дамирка, дверь один, дом. Не то, что весь сервер в подвале будет, а весь сервер станет подвалом. Летим, значит, мы домой. Решил в какой-то веке покушать до стрима, а не во время стрима. А, Дамирыч, ты стримить после меня будешь, да? Я просто не обратил внимания, ты там что, собирался, не собирался? Или у тебя Warface? Магический круг, как такового нету магического круга, но можно сделать ритуал из астралки, который будет это делать. В принципе, да. Так можно. Угу. Видите, борода будет после меня стримить. Упс. Измис. Спасибо тебе, уважаемый бихолдер. Ты лучший глаз, который я когда-либо видел. Один. Я сверху зашел. Там снизу что-то нужно. Ой. Ой. Отлично. То есть двое тут еще пока стоят, двое уже не могут. На 255-й высоте делаешь крышу из каблы над всем сервером, и весь сервер оказывается в подвале. Типа того. Живи в Незре. Не. Представляешь, как плохо этому глазику, когда глазик чешется. Ну как, у него есть лапки же, Дамир. У него такие эти. Щупалечки. Так. Где ты есть? На тебе интерняк. На него можно сажать фрукт. А я себе вот сюда, пожалуй, скину вот это. Скину много всего вот сюда. Ну, который, да, корус фрукт. Нет, корус фрукт. Сиреневый. Щупается, чтобы тянок пугать? А чё пугать-то, Дамирка? Может, тянкам нравится. Нет, ну ты же вроде хотел его посадить. Блин, я чуть не съел спайдер-глаз. Вань, прости. Я чуть не съел твой глаз. Угу. Так, у меня есть ферментированный, кстати, глаз паука. Надо же Дэвида попугаться. Все по канонам. Окей, Дамирыч, хулиган. А, садится хорус цветок. Да, Кайлен, ты, наверное, прав. А хорус цветок... Тут всякое можно, кстати, из него делать. Хорус флавер. Из попт корус фрукт можно сделать корус флавер через ману. Вот этого штука нужна, да. Только из корус фрукта. Корус фрукт делается обжариванием корус фрукта. Нет. Нет. В ботании все возможно. Так, Inferno Furnace. Блок копера, iron plate, донстон... Так, вот только вот это нужно сделать. Для этого нужен Ember Crystal Cluster. Начинается, блин, фигня. Я хотел посмотреть свой стрим и забыл. Но у меня они здесь готовы, в количестве трех. Видимо, не просто так. Донстон ингот, Ancient Motive Core. Их 4. Мне нужно 3. Дальше... Копер плейта нужно 3. Донстон ингот нужно 6. Донстон ингот 6 найдем. И копперплейта 3 найдем. Сервер, очнись. Так. Бзык. Бзык.
Бзек, бзек, а не музык. Так, и нам нужен серебряный и железный, что ли? Ты какой? Сильвер аппаратус. И айрон аппаратус. Аспектус, не аппаратус. Так, и что там было нужно там? 32, 24. 32... И 24. 32, 24. 32, причем нужно пихнуть в железную, а 24 сюда. И дальше. По центру нужно поместить Ancient Motive Core. По центру. Ой, ё, у меня есть рецепт. Забираем рецепт. Ну, рецепт забираем. Блин. Хотя надо было сначала Ocean Fabric, наверное, сделать. Ну ладно. Тут рецепт просто лежал уже готовый. Это по центру. И по краям нужно поместить Copper Plate. Потом по двум краям Downstone Ingot. И с одного края Эмбер Кристаллы. Дорогущие черти! Так, и нужно переключить. Или у меня все переключено? Бым. Музла не будет, в смысле? Филин бабай. Мне, если честно, лень переставлять вкладыши. Поэтому проще руками. Быстрее, по крайней мере. Чир-чир, ребятки. Куда ты улетела? Ну-ка, вернись. Iron 5, Silver 2. Окей, было 32 Iron, да? Silver 2. 26 Silver, 37 Iron. Давайте записывать. Снимайся. Так, это у нас штука под названием Wildfire Core. Wildfire Core. Iron 37, не Iron, а Iron 37, Silver 26, не влезает, Iron 37, Silver 26, вроде так, так же, 5 и 2, 37, 26. 37 сюда, 26 сюда. Блюмсики. Привет, игра. Это можно повесить назад. Получится, надеюсь. Кстати, он мне нужен один. Не знаю, на какой черт записывал рецепт. Ну ладно, вдруг еще понадобится. Да, он быстро растет. Что, у тебя же вырос? А где ты его посадила? Рядом с маной. Рядом с маной? Вот я здесь. А. О! У нас будет маленький филиал Энда. Я думаю, да. В смысле, может там маны больше нету? Ну, ты вот здесь вот делаешь, да? Вот в этой штуке. Я везде пробую уже. Ну, можно еще скормить. Пока делается, можно? Ну, она этот съела, можно еще один кормить. Так, у нас появился Wildfire Core. Эльфы выращивают огромные ветвистые победилды. О, боже мой. Как дела, фанат шестеренок? Ничего, тигранчик, ничего. Лучше всех. Block of Copper, Downstone Block, Downstone Ingot. 9, 9 и 2. 18 и 2. 20. 20 Downstone.
Ты когда наводишь, он тебе показывает либо галочку, либо крестик. Если крестик, значит маны мало. Iron Plate, Block of Copper. Дорогая штучка-то. Она еще и здоровая, по-моему. Я ума не привожу, куда ее ставить. Потом нужно еще два блока из кирпичей. Надеюсь, они по 4 делаются. Врешь лучше всех у меня. Так что у тебя лучше всех после Тиграна. Ну ладно, Тигран. Если у тебя тоже лучше всех, это хорошо. Может быть, у нас с тобой поровну лучше всех. Откуда ты знаешь? И вот такая штукенция. Такая штукенция, такие дурки. Такая фигня. Такие пинди. Вот это вот дурында. И вот эта хрень. Ей, Inferno Forge. Ха-ха, Зиг все сделал. Это что такое? Эшпайл. Так, куда тебя, родимая, поставить-то? Если я вот эту стенку разберу, чувствую, мне кто-то открутит голову. Можно вот эту. Где эти ящики взяли? Нет, я боюсь, что я не найду им место. Куда бы ее поставить? Она здоровая просто. У нее проблема в том, что она вот такая. Я поставил по центру. Мне нужно, ну, если я только вот отсюда дырку проделаю. Боюсь, что там этот самый будет у нас. Стол чарования. Я сейчас прямо в него проделаю дырку. Смотри, опа. А может быть тогда и ничего. Ну-ка, пойдем, штука. Главное теперь сюда случайно не это, не улькнуться. А я прям вот здесь ее поставлю, ничего не знаю, типа так надо. Единственное, что мне бы как-нибудь к ней наверх залезть. А можно я потолок уберу? Он не влезает. Я слегка. Ну, если это можно так назвать. Страшный машин, вообще. Ребятки, адский, буквально. Привет, Зиг Красный Нос. Почему Зиг Красный Нос? Так, вроде поставилось. Это хорошо. Слегка расковыряю весь потолок. Да. Зиг и дизайн интерьера. О, да. Хотите такой дом? Зовите меня, нанимайте меня. Я вам все сделаю в лучшем виде. Жить вы в доме больше не захотите, но это же не цель. Рецептор. Буль. Вспомнить бы мне, откуда я куда передаю. Это передается сюда. Вот это у меня делится между печкой и вон той вот штукой. А давайте, наверное, к ней тогда и прицепим. Чего бы нет. Блин. Блюм. О, львы? Я хочу увидеть кису. Да блин, что вечно не туда? Киса. Нету кисы. Ой, тут есть рух, который всегда летит на юг. Ух ты! Смотрите, какой красивый. И сервер затупил аж. Сервер тоже решил посмотреть на красивую кису. Это уже не сервак, это уже Лёва тупит. А у них тут еще и львята есть. А зачем я убиваю львов? А из них что-то выпадает вкусное. Да я убил. Маленькие, да, они такие. А это что за вход? А, я понял. Не знаю, видимо, тут же оттуда рух прилетел. Бас симулятор 2018. О, да. Это та игрушка, в которой ничего не делаешь, тупо ведешь автобус, да? Еще одну батарею, чтобы было больше места для рецепторов. О, Таурус, слушай, даже не знаю, как правильно сделать.
Ты убиваешь львов, чтобы они не убили тебя. Логично. Ну, в общем, конечно, да. Посмотри игру Scripps. Я боюсь, что я забуду. Если не забуду, посмотрю. Так. Дальше. Мне нужны... Слушайте, по-моему, 6 эмбер-кристаллов. На одну. Давайте сделаем 2 брони. 3 брони, да? 3, 6, 18. Как раз... Вот. Как раз приблизительно хватит. И черт, вот я прямо как знал, да? Их бы починить сначала. Давайте хоть что-нибудь починим. Чинил, да иди сюда. Где я делал эндерняк? Я его делал. Из Сэндстоуна в храме, направляя звездный свет. Да, это сложно. LED. По-моему, 23-23, да. Это забрать отсюда все. Бдык-бдык. Ну, эй, сервер. Отдай, кластер. Бдык. 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 Печь из эмберса постоянно есть эмберс? Нет. Это не та печь. Нитки, Эшпайл и ты. Давайте 10, что ли, сделаем. 20 ниток. И я опять забыл, что там было нужно еще. А, Эшпайл. Эшпайл, 20. Так, поди. Сервер, за что? За что ты так со мной поступил? Хотя это может быть не сервер, это может быть инвентарь Twix, дурацкий. Из-за чего я не хотел его ставить. Так, 10 сюда. 10 сюда. Да не картошечку. 10 белой шерсти сверху. Уйди. 10 сюда ниток. 10 сюда ниток. По 23. 23, 21. Открывайся! 23, 23. Давайте заберем остальное тоже. 23 сюда. 23 сюда. Кнопку жмяк. Будет ништяк. Насколько сильно изменился Эмберс? Не сильно. Не изменился, я бы сказал. Добавилась некоторая механика, но... Вот, допустим, вот этой штуки не было раньше. И, собственно, пока это готовится, можем, наверное, немножко подолбить. Вот, допустим, вот эту штуку починить. Она заготовилась, что ли, уже, да? Да. Она еще и подведивается. Двадцать три... 23. Выбрасыватель из open блоков что-то такое себе. Выкидывает только один предмет, не по одному, а один. Дамирыч, он по импульсу работает. Один импульс, один предмет, если мне память не изменяет. Для чего эта печь? Я себе буду там делать дырки в броне, в которые я потом, впоследствии, смогу запихнуть что-нибудь полезное. Для этого сначала нужно бронь нагреть. Так, я что сделал, кнопку не нажал, да, я молодец. После того, как бронь нагреется достаточно, нужно ее пихнуть в эту печь с эмбер-кристаллами. И там проделается специальный сокет для того, чтобы туда вставить апгрейд. Так. Срубать. Без разницы. Для того, чтобы получить вот эти вот штуки, ты имеешь в виду? Один из 20. Так, и последний. Эшен Фабрик. 23. 23. Сбык. Сбынк.
Жбой. И наши ботиночки. Мы с вами сегодня второй раз за стрим их чиним. Странным, не кажется? А зачем вам новый обзор, во-первых, ребятки? Во-вторых, я не отвечаю на вопросы «когда». Никогда. Но на самом деле я не вижу делать смысла обзор. Я, возможно, сделаю обзор на суд. Это дополнение для Эмберс. Добавление, господи, дополнение. Итак, смотрите. Открываем дырку. Кидаем сюда броньку нагретую и 6 кристаллов. И закрываем дырку. И вот пошел процесс. Она там горит, горит. У нас с вами есть не 100% шанс, но я надеюсь, что хватит такого количества кристаллов, чтобы там проделать дырку. Вот. Что получилось? Получилось? Ни хрена не получилось. Мало кристаллов. Ну, или мне не повезло. Дубль 2. Тихо. Главное кидать вовнутрь. Бзык-бзык. Чем больше кристаллов мы закинем, тем выше шанс того, что получится. Но мне жалко кристаллы, честно. Можно совместить суд и новый механизм Эмберс. Ну, в принципе, да. Для чего еще нужна эта печь? Больше ни для чего. Ей! Левел 1. Здесь дырка проделалась. Это хорошо. Давайте еще штаны, пожалуй, задырим. Хотя... Да ладно, давайте. Я просто думаю, с чего мне еще попробовать стереть зачарование и перечаровать. То есть Protection 4 мне, допустим, нравится. Protection 4 на шлеме мне тоже нравится. Кстати, с него слетел Last Stand. Не Last Stand, а этот Soulbound. Protection 3 на ботинках, в принципе, ничего, но мне бы хотелось Feather Fallen. И Projectile Protection 2 на штанах, вот не знаю. Слушайте, давайте, наверное, все-таки шлем. Потому что его я точно не буду перечаровывать, меня все устраивает. А с остальными могут быть варианты. Че, высота стойки маленькая какая-то. Какой стойки, птиц? Так, получилось? Левел 1, получилось. Ну, мы хотели зачаровать 3, зачаровали 2, но, в принципе, тоже ничего страшного. Дальше. Чтобы туда что-нибудь вставить, нам это что-то нужно сделать. Если мы с вами посмотрим на Эмберс, мы увидим, что есть здесь такая хреновинка. Вот она. Eldritch Insignia. Она, к сожалению, тоже, блин, делается в этой штуке. Для этого требуются вот такие вот серкеты. Слушайте, а в принципе, ничего страшного. Давайте, наверное, сделаем. Мне их нужно две. Соответственно, одну вставить в шлем, одну вставить сюда. По идее, вот смотрите, кстати, у них упал уровень тепла. Теперь, по идее, я смогу их заново раскалить и засунуть, ну, сделать там еще одну дырку, да? А зачем это нужно? Эта штука будет заставлять мобов от меня убегать. Некоторых, не всех. Кстати, о, у меня есть 64. Я было хотел сейчас пожаловаться, то, что у меня недостаточно будет этих штук. Коппер здесь нужен. Коппер, 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 коппер. 4 коппера. Раз, два, три, четыре. Делаем, значит, вот такую хрень. И кроме того, нам нужно уголь. 8 угля. 8 угля. Снимаем отсюда. А нет, не снимаем, погодите, я хотел это доделать. Там 23. 23. А то опять сейчас чувствую, броня у нас с вами сдохнет, и я буду опять печалиться, что я, блин, сразу не сделал много Ashen Fabric. 3 есть. Ну, 5 будет уже хорошо. Счастливо, Лёва! Кстати, вот эту штуку надо бы вот сюда запихать. Так, это мы можем отключать. Переключить, допустим, на почку. На почку. На печку. Потому что здесь нам это больше не сильно нужно. Мы сделали себе все необходимые дырочки, все необходимые отверстица, если хотите. О, нет, внизу маньячу. Бзык. 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 Вот он я. А я остальной... О, господи, какие у меня штаны-то зато. Ты посмотри, в них влезет мега-жопа. Зачем мне это? Это зомби какой-то носил. Я буду этот. Я сейчас. Где это было, черт?
Где это было? Блин, я не помню, где это было. Есть же эмоции в Кварке. Я хотел там станцевать. Сейчас, сейчас. Options. На что? На Т? А, во. Так, где это было-то? Cheer, Point, Facepalm, Whip, Think, Salute, No, Wave, Clap. Во. Так-так-так-так-так-так-так-так. Я хотел станцевать, на самом деле. Ну, танцульки не получились. Ладно, жаль. На тебе назад. Мою маечку в дырочку. Маечка сеточка из 90-х, точно. Так. Не понял. Я сюда положил что? Нет? Что-то не получилось, да? Я все пропустил? Ну и пофиг. Ладно, мы с вами делали вот эту хрень. Ничего не знаю. Так, 16.48, ёшкин ты матрёшкин, как до хрена-то. И почему у меня есть 10 марбл-мозаика? Марбл-мозаика, живи здесь. Кабл, кабл. Кабл, 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 кабл. Пэкман, кабл, 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 кабл. Сымаем все это дело. Отсель. Там еще на 5 оставалось, оказывается. Ну, что поделаешь. Не судьба, значит, не судьба. Что, лифчик? Лифчик звездного света, что? Разливщик. Разливщик звездного цвета? Какая прелесть. Когда ты хороший безумный инженер, ну так себе танцор. Точно. Могу только похлопать в ладоши. Прям как в жизни. Так, еще раз. Уголь и брики. Бриков нужно 8. Брики. Я уже уголь брал, я его только что назад скинул, да? Я молодец. Я оптимизировал все. Уголь берешь, уголь кидаешь назад, типа у тебя дофига угля. Это не так, но ощущение именно такое. Бзык. Тек. Маловато, маловато будет. Черт. 48-16. И сами аспекты. Золото и LED. Для чего? Слушай, я не помню пока. Не делай пока. Я вообще не помню, какой там нужен. Донстон и LED. Ну, вроде да, вроде так. Похоже на правду. Причем LED нужно 48, Донстону 16. 16-48 это как раз 64, вы не поверите. Блин, опять забыл, где куда. 16 Донстон. 48 это хрень. Пыщ. Что значит неправильно выложил рецепт? По-моему, им же пофигу, где что, нет? Там же, по-моему, важно только количество всего, а не как это расположено. Я, по крайней мере, ни разу не заморачивался, именно располагая так, как это нужно. Может, у меня всегда это случайно получалось, конечно, я не знаю. Но сейчас узнаем. Очень скоро. Да что такое? Что-то я, ребятки, осип. Ну вот, Донстон 5, LED 16. А у меня нету. Поэтому ждем. Блин. Кабл, 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 кабл. Машрум, машрум. Разве не бахнуло, если он неправильно выложил? Все нормули. Ничего не бахнет. Кстати, обратите внимание, у дядюшки Зиги мало чего когда бахает. То есть я скорее себя бахнуть могу каким-нибудь лазерным лучом случайно, чем у меня что-нибудь взорвется. Да, надо было бы это автоматизировать, конечно. Что-то как-то мы с вами сплоховали, мальца, да? И птиц тут же вспомнил Look at my horse. Что весьма логично. Я здесь на самом деле просвещал эльфочку. Она не видела этого шедевра. После этого она сказала, чтобы я ей больше такое не показывал. Сейчас мне нечем заняться, я хотел пойти покурить, если честно.
Я это без стрима буду делать. Это больше мелкой работы в плане того, что как правильно провести трубу. О, молочко! Давайте попьем молочка. Я даже так и быть буду пить прямо из банки. Ну, из ведра, набирая из банки. Чтобы тебе заново не набирать в ведра. Вот. Надо было просто одно рядом ведро поставить, и все, и не париться. Но я, правда, выпил прямо вот почти все выпил. Почти всю банку выпил. Вот теперь всю банку выпил. Много молока, сейчас описываюсь. А-а-а, где туалет? О, и душ. О, я уж думал, надо звать сантехника. Ништяк. И холодненькая тоже, не? Нет. Черт. Одна вода работает. Че поделаешь? Ужас. Сколько здесь у нас? Вот так можем сделать, да? Прикрепить воронку к урне для превращения в пепел. Ну вот... надо как-то по-другому это здесь сделать. Просто сюда поставить воронку будет некрасиво, к тому же не уверен, что влезет. Вот честно. Так, ребятки. Перерывчик, перекурчик, ждем, пока сделается Эш. Тык, не скучайте, скоро вернусь. Хорошо сказали, нифига себе, баночка вместительная, в нее помещается корова и 8 ведер молока. И да, Айна Луси потом сказала, Зик вместительный, 8 ведер молока в одно лицо выхлебал, да. И даже после этого в душ не сходил, или сходил, не помню. Сходил как раз? А, ну да, вот. Так, мы ждем, да? Даунстоун 5. Даунстоун это маленький. 21 и 16, блин. 64. Охренеть, дорогая штука какая. 21,64. Сюда 21. Так, давайте сразу запишем. Это я делаю Eldritch Insignia. Я думаю, я пойму. Надеюсь, по крайней мере. Dawnstone 21. И LED 64. Бдых. 21. 64. Делайся! Музычка огонь. Я знаю. Сам выбирал. Надеюсь, ты ей оригинальное видео показал, а не один из каверов. Конечно, оригинальное, Вань. Эш, по сути, кабл. 64 кабла. Дорого. Ну, понимаешь, в чем дело? Это еще и энергия Эмбера, это еще и время. Оно же делается. Надо, кстати, сходить, да, действительно, в подвальчик еще будет. Зик, что ж ты наделал? Я теперь не могу опять это забыть. It's a badger, 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 badger. Да, mushroom, mushroom, snake. Here comes a snake. Да. О, инсигния моя полетела. Отлично. И на вторую мне нужно 64 и 21, если мне память не изменяет. 21, 64. Да улыбись-ка! Лучше выпить пиво литр, чем не выпить пиво литр. Птиц, ты выпил пиво литр? Я пока нет. Но поздравляю. О, ребятки, я даже разрешаю скинуть в чатик ссылку на это видео. Только сразу говорю, осторожней, пожалуйста, осторожней. Варианты могут быть. Возможно, недоумение, недопонимание. И, собственно, после этого пытайтесь выкинуть это из башки. Дамирка спит. Можем поспать. Зомбик прошел за окном, типа я тут не при делах. Да. Так, пошпали. Про Badgers. Про лошадь не надо. У-у-у. Да, я, кстати, раньше такие штуки прям много делал. Я не знаю, почему я перестал их делать. Но хорошо, можно таких еще наделать. Можно сюда еще такую приляпать. Я рядом с порталами с моими. Так, вторая инсигния. Ей, две инсигния и зиги. Так, теперь, как эту штуку туда впихать? По-моему, ее нужно просто туда вдолбать молотком. То есть кладем
куда вдалбливать, что вдалбливать и чем вдалбливать. Так, вдолбилось, что ли? Вдолбилось! Ири один! И теперь в глазики. В глазики. Чё, Кайлен, ты тоже этого не видел? Так, вот у меня теперь Ири 2. Кстати, откуда-то Night Vision еще висит. И Glowing. А, ну Glowing. А почему на мне это повесилось, кстати, интересно? Или это тоже эта фигня делает? Давайте почитаем. На всякий случай, может, я что-то не то вдолбил. Это у нас было... Что это у нас было? Кристаллы всякие, кстати, есть, смотрите. Много чего можно из этих штук-то делать, оказывается. Так что не зря записал рецепт. Механики, фиганики, бухло. В доспехе, вот она. Да, определенные мобы будут нас бояться. Таурус только что это, видимо, только что увидел, да? Все, понятно. Чатик сломан, я предупреждал, если что. Я не виноват. Это все вы сами. Я здесь ни при чем. Банжи надо смотреть в оригинале. Иначе эффект не тот. Это да. И ладно, алхимический мусор пусть пока здесь лежит. Так, сделали. Че бы нам пожрать? Фруктов надо и грейн. Я грейна прямо много съем. 8. Ну, я съем. Я не до конца же, ну я же не до конца. Вон, видишь, у меня еще 2 осталось, что? Мне оторвали мышку. Ребятки, с вами голос за кадром стримит. Пытается накормить меня фруктой. Ей не нравится мышка. Смотрел ли я доктора Кто, да. Ну вот. Снейк! Теперь у меня 2 холодильника открытых остались. И я не виноват. Так. Well fed. Ну так, ничего. Вроде немножко что-то поднялось. Сердечко дополнительных все не дало. Да вот, я боюсь, что я умру опять раньше, чем дойду до 50. Ну что, ребятки, хил есть, палка из ботании есть, хоть и не нужна. Давайте скинем. Ой, ну тут теперь все в лианах, лианы. И фермент этот самый. Фермент от Spider Eye, я вообще понятия не имею, куда его деть. Я его сюда положу, не знаю почему. У меня есть с собой 2 еды. Можно дозарядить батареечку. Как раз ей чуток нужно. Чуток. И пойти попробовать еще раз в Эребус, да? Посмотреть, что там будет. Вдруг от меня ликаниты сейчас будут сбегать. Прикольно, ништяк будет вообще. Господи, батарашка туда же. Понятно, все посмотрели это. Грехт Вайзе, да. Все понятно. Я больше в чатик не смотрю. У вас там баджеры. Так, я вижу Грю. Я хочу Грю... Стрельнуть Грю. И куда он делся? Я его убил, что ли? Что, я этого убил? Я убиватель Грю? Есть где еще Грю какой? О, Чупакабра.
И Чубакабру убил уже, блин, вон там еще какая-то хрень. Ладно, пусть сама горит. Где мой замечательный глаз? Глаз-транспортер. Пойдем, глаз, с тобой. Блин, куда бы только с тобой мы пойдем, я не знаю. Вот туда пойдем с тобой. Блин, тут ликанитов, как я не знаю кого. Смотрите, вообще немеренное количество. Вокруг маны там летают какие-то черти. Еще один. О, а его что, забили, что ли? У него пустая повозка с жизнями. Они что, забили этого самого? Вон пирамидка. Там мегатля, говорите, да? А как мне туда попасть? Есть кто меня кушать хочет? Нету? Три гардиана. Четыре гардиана. А что это такое? Я это могу сломать? Или отсюда гардианы должны вылезать? Это не ломается. No tool. Блин, а пирамида не ломательная. Фига себе, кстати, пирамида, ребятки. Смотрите, какая охренительная. Ключики в лабиринте надо искать? Ну, ё-моё, начинается, блин, да? Лабиринты. Twilight Forest. Дурацкие коровы Минотавры. Кто-то, кстати, удалил этот клип, который был. Ну, твою мать. Ты будешь меня бить? Хрена себе, глазик какой-то. Магма Кроллер Ай. Ау, что это было? Фига, они с потолка там спрыгивают. Спрыгивают. А? Дурашки. Это спаунер. Обалдеть. Спаунер штук. Блин, надо спаунер убивать все-таки. Ать, 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 надо спаунер убивать. Так. Регенерацию повесим. Чё у меня регенерация не влезла, я не понял. Что это? Кто меня бьет? Какой-то толстый. А чё регенерация-то не случилась? А-а-а! Ну ё-моё, что за внутренняя ошибка сервера? Вы что? А, меня просто выкинуло. Ау-ау-ау-ау-ау. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я только вошел. Так нечестно. Так, регенерация моя где? Прикольно. Блин, ошибка в руце. Ну, растурить налево. Меня выкидывает с сервака, когда я пользуюсь регенерацией. Ну, блин. Ну, а как мне это лечиться? Эй. Кто там автор нового руца? Старого руца? Меня же тут так убьют. Я хотел лечиться по дороге. И что мне делать? Не лечиться? Перчаткой Таноса. Дамирка, это что? Это твоя какая-то вот эта перчатка немеренная, да? Из Таума. А можно я буду лаву закрывать? Или на регенерацию не надо было поутенси класть? Уй, там какая, смотрите, штука. Личиночка. Я не тем. Это обращение эффектов. Ладно, благо меня не выкинуло. Тля моя, тля. Тля моя тля, ты какая-то очень это. Пипец какая. Чуть меня не сожрала. Песочки какие-то. Ну тык же. Ну тык же.
Че не тыкается-то? Это я что, вокруг прошел? Ванильной регенкой пользоваться? Нет. Я уже сам поправлю мод. Если не смогу с автором как-то списаться. Дурацкий грю. А тут, видимо, еще один грю. Да я уж убил с потолка три спавнера. Дурацкие рекониты еще, блин. Вот, чупакавры. Сейчас убьет меня, причем, скорее всего, потому что сервак опять тупит. Да, блин, тут тли какие-то. Давайте съедим кукурузу, что ли. Тихо-тихо, спать не надо. Три сердечка, ужас какой. Так, ребятки, в таком случае мне нужно отсюда сваливать. Без лечилки мне и сделать нечего. Меня тут капитально сожрут просто и все. Я, конечно, понимаю, что вам только в радость, когда меня жрут, да? Вам так веселее, вам нравится, когда я ругаюсь! Ну, мне это не нравится. Всем счастливо, надо готовиться к завтрашним парам. Счастливо, молока, спасибо, что забегал. Удачно тебе подготовиться к завтрашним парам. А где выход? А, вот здесь выход. Грю! А-а-а! Понятно. Я чувствую, что мы сейчас с вами по-быстрому бежим в Эребус, восстанавливаем свои вещи. И заканчиваем стрим. Потому что надо что-то думать с лечилкой. Не исключаю, что действительно мне будет сейчас проще по-быстрому открыть исходники Руца, если они есть, и поправить этот глюк. Потому что, если честно, я не очень хочу... Ай. Что это? Чупакабра, иди в жопу. Правильно, глазик, спасибо, так ее. Кушай ее, дуру эдакую. Опять три жизни осталось. Ну что такое? Не забудь метку оставить. Шуруповерт сделала? Ну, молодец. Ну, все правильно. Ты же со мной. Так, где там смерть-то моя? Вон, вижу чупакабру, вижу смерть. Успею, не успею. Ставлю на то, что не успею. Может вытащить саламандру? Что у нее за способность? Кусается, типа, да? Так не получится? Надо саламандра слезать, да? Обязательно. Тут прибежала по-быстрому. Тляй меня, хуй за жопу, я сожрала. Тварь. Ха-ха-ха-ха. Перчаткой Фокс открывается за 3-5 минут. Хрена лысого, диаблистик. Ты, наверное, просто давно не играл с новым Таумом. Мне половина Таума нужно развить, чтобы это открыть. Привет, Биокабанитас. Глазик. Пойдем, Глазик. Так хотя бы жизни полные. Так есть шанс. Но вообще, если честно, мне пока Эребус нравится. Очень неожиданно. Очень необычно.
Осталось глюки поправить некоторые. Причем не связанные с Эребусом. Ну, хотя как не связанные. В принципе, то, что нельзя отсюда без дополнительных дверей уйти, это, конечно, печаль. Тля. Ах ты, тля. Бежим. Еще тля. Ать, тля, уйди, тля, уйди, тля, уйди, тля. Сундук. Спаунер тлей. Убить спаунер тлей. Открыть сундук. Сундук откройся. Какой-то меч. Паутинку тоже заберу. Еще сундук. Открыть сундук. Хрень какая-то. Экзоскелет. Ё-моё, тля! Бежи, бежи от тли. От тли бежи. У-у-у. Глаз. Глаз. Глаз, где мой глаз? Глаз. У-у. Домой. Туда. Экзит. Хо-хо-хо-хо. Зиг проснулся в кровати с саламандрой. Да, был грех. Но я саламандру забыл убрать. На кровавом алтаре почему у тебя ничего не делается? Что ты хочешь сделать на кровавом алтаре? Сейчас мы, собственно, будем потихоньку с вами, ребятки, стрим заканчивать, и я скажу, почему у тебя ничего не делается. Ништячно. Мне прям понравился, если честно, наш заход. Исправим глюк с этим самым. С как его зовут? С лечилкой, и вообще будет ништяк. Можно будет в Эребусе гулять, искать что-нибудь новенькое и интересненькое. Чем, соответственно, пользоваться. Единственное, Ghost Sand у меня еще есть, ё-моё. Кстати, не уверен, что он нужен. Сегодня ничего не делается? Ничего из него не делается, я его выброшу. Единственное, что, конечно, что плохо. Я забыл, что я хотел сказать, поэтому теперь непонятно, что будет плохо. Как обратно возвращаться, не используя другие моды? Да, конечно же, никак. Ну, возможно, ты можешь построить портал такой же, как в Овере, только в Эребусе. Возможно, он даже будет работать. Скорее всего, он будет работать. Но, тем не менее. Мод таблички на стене называется Библиокрафт. Здесь все проще, пушми-пушми. Вот, ребятушки, с вами был Зиг Зе Хедж. Давайте с вами прощаться. Надеюсь, что вам понравилось. Здесь есть такая самая замечательная эльфочка. И вы мои самые замечательные зрители. Надеюсь, что вам понравилось, ребятки, девчатки. Мы с вами увидимся в следующий раз. До новых встреч, как обычно, всем счастливо и покера!